Здорово! Привет! Чуваки! Никто! Да нет, тут кто-то есть. Да, привет, кто-то! Привет, Нятян! Привет, Нятян! Привет, злая Майти! Ого, злая Майти в чате, бежите! Когда тебе можно будет ссылку поменять? Никогда? Какую ссылку? У стрима. Ему надо ссылку поменять? Конечно. На какую? Голая Майти. Так ведь гораздо лучше. Раньше нет? Можно было, я не знаю, можно ли сейчас. Ну я вот сегодня, не сегодня, я когда последний раз смотрела настройки, там можно было менять раз в два месяца, что ли. Вот, можно было? Да. Я вот знаю, что раньше можно было, я думал, это отменили. You may update your username. Ого. Завтра же поменяем. Лично, никто нас не найдет. Никто нас и так не найдет. Я имею в виду из тех, кто раньше нас находил. Типа кого? Нятян. А, Нятян-то найдет. Я думаю, к тому же оно будет, хотя кто знает. Так, готовы играть? Я, конечно. Играть ли ты будешь? А я буду или ты? Ты. Я готов тебе уступить. Ну, мне когда доем гранат, если мне станет скучно, я тебя заберу. А когда доешь гранат? Я вчера же не ела гранат, умирала. Привет, Нятян. Привет, Нятян. Классные ботиночки. Офигенные. Любим его за ботиночки. Что у нас там по сюжету надо сделать? ХЗ. У нас пейджера нет. И бизнеса нет. То ли дело у Рю. Тьфу, бедный, Рю. Бедный Кирю. Как Кирю. Его бизнес там? У Гору Маджима 8 из 40 сайт-квестов. У Кирю 24 из 60. Так, теперь мы с Ли друзьяшки. Значит, надо зайти на склад и посмотреть, как у девочки дела. Или сходить повеселиться. Не хочу в казино. Хочу в Маджиме домой. Повеселиться. Это веселье в стиле Игоревича. У него нет компьютера, Игоревич. Ну ничего, я и без компьютера умею веселиться. Ни разу не видела. С компьютером гораздо лучше. Здорово, чуваки, я как раз хотел что-нибудь опробовать. Игорь, как ты веселишься без компьютера? По-разному. Как? Почему я не видела? Ух ты. Почему я не видела, Игорь? Потому что с тобой я не веселюсь. Почему? А как ты веселишься один? Я не знаю, ты сложные вопросы даешь. Я проверял, там можно выбрать качество, поэтому я не стал ничего менять. Не, я не понимаю. Чего? Как им управлять? Почитай туториал. У него разная музыка на разных режимах. Да, у Кирю также. Я всегда играю в одном режиме, поэтому никогда не намешала. Больной какой-то. Поешь, а то сдохнешь. У меня ничего есть. Ну, с брейкданс все понятно. Ну и пользуйся им, если. Не хочу так. Хочу все разобраться. Правда, я в брейкдансе не понимаю, как суперудары делать, если они там вообще есть. Кстати, мы Гору Маджиму да. Вообще не качали. Вот там по себе один супер удар. Что-то интересненько есть что-нибудь? Power of Attacks, Gouch, Perform Evasive Moves. О, ну вот это интересно. Lex Sweep Attack Launch from Wall Stance. Нет, мои денежки. Это Маджимины денежки.
Нет, Маджими, на денежки, они же ему нужны для дела. Ничего, его все равно там уже убить хотят, ему не до этого. Run at enemy and unleash a spinning kick. Ооо, хочу. Deliver body blow after charging up the power. Тоже хочу. Immediately recovering perform attack after being knocked to the ground. Ну так себе. Вот это зато круто. Стоп, 15 лямов? В другой раз. А там вообще 50. Тут что есть? Мощный удар, который всех выносит. Вообще супер. На бегу всех мочить. Тоже класс. Surprising attack on switch into the slot. Надо попробовать. Это что-то надо? Вроде нет. Или вот это значит, что надо? Да вроде даже нет. А, значит, значит. Значит, что троечка должна быть. Блин, я бегать теперь не могу. Чоп, опять застрелили. Чоп, 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 чоп. Кулаком застрелили. Покушай. О, подожди, карточка. Это важнее. Отжима и установка приоритетов. Ну, вон она. Мана Сакура. Номер один. Ух, сейчас пожрем его. Налево или направо пожрем? Надо скорее решать. Здорово, сестра Нятян. Рамен. Привет, сестра Нятян. О, хочу жареные скуверсы. Чтобы это ни было. Хочу рамен. Нет, нас опять подстрелили кулаком. Добро пожаловать. Покажу вам, где вы будете сидеть. Мои дарумаки везде. Опять этот мужик. Привет, привет. Что могу вам подать? Жареные шкварки. Свининные. Воу, давай, сестра Нятян, круто. Я просто поем. Зажаренное яйцо. Зажаренный тентакль. Аспарагус зажаренный. Жареный лук. Вау, это просто для меня ресторан. Жареный бамбук. Жареный осьминог. Ты любишь? Да. Привет, Нятян. Здорово, Нятян. Жареный корень лотоса. Жареный уэльский лук. Цукуня. Жареное мясо. Жареная сердечная тыква. Жареное белое мясо цыпленка с чесночком. Только в Сатенборе. Дикая креветка зажаренная. Скалопы, чтобы это ни было. Наверное, перец какой-то. Ого, набор. С 10 рекомендуемых зажарок. Включая наши оригинальные зажарочки. Это ж хаганье. 13 наших любимых зажарок. Ну, конечно, это... О! А мы тебя не видим, Нятян. Мы тебя типа слышим. Аригато гудзаймас. Так, а тут что? Ого, на лифте едем. Мы слегка прокачались и пожрали шкварки. Рина Ито. Денежный мешок не здесь сидит случайно? Не здесь. Добро пожаловать, могу вам что-нибудь дать? Да, ничего не надо. Окей, жалость, приходите еще. Сейчас посмотрим, насколько Маджима хуже кидает, чем Кирью. На бесконечность, я думаю.
Маджимы. Только стандартные дрочки. Бабжара. Так, чё жать-то? Слил все бабло на свой брейкданс. Как кидать? Я не понимаю, как кидать. О, я кинул. Лафтон. Что бы это ни значило. Как-то рандомно. То кидает, то не кидает. Задолго до того, как у нас появились электронные дартсы, у нас в деревне были обычные дартсы, и мы в них, короче, играли и записывали счет на бумажечке. О-о-о. Как лохи, блин. Висели на дереве. Вау, на дереве, на улице, что ли? Ну да. Что, в помещении шуть стрелять? Там негде. Ну, чё он там советует? Войной 20. Просто 20. Тройной 9. Нет, где это ваше 9-то? Я не вижу 9. Это слева вон. А, вон. Блин, почти. Что ж ты кинул? Я пытался просто отпустить. Кидает, когда не надо. Ну точно хуже Кирью. Ну я же говорила. Кстати говоря, вы первый раз? Да, решил что-то новое попробовать. Е, понятно. Вот тогда вам. Стандартные дротики. Немножко лучше обычных. Можно их забрать? Конечно. Надеюсь снова вас увидеть. Ну, со стандартными дротиками лучше выйдет. Что ж ты сразу с говёнами дал нам играть? Он не был уверен, что мы новичок. Game on. Darts Live. Хамиджи Йога. Одним-то глазом, наверное, сложнее целиться. Норм, вообще-то. Попал, как мать завещала. На самом деле, чтобы выиграть, тебе надо всего лишь 301 раз попасть в единичку. Действительно. Из 9. А, из 5. А, нет, из 15 получается. Ну, если хочешь побыстрее, можно в утроенную единичку попадать. Таша!
Мы все хотим быть как... Нет, мы все хотим быть как Кирю. Но я бы не отказался быть как Маджима. О, мужик пришел, хочет своих денег лишиться. Но мы ему не позволим. Нас ждут великие дела. Какие? А, например, сходить в караоке. Там откадрить. Хотя там, наверное, не появилось новых песен. Блин, я хочу тянок кадрить, но не знаю как. Каких телефонных клуб? А, этих. Мне казалось, тут что-то другое можно было. Тут явно можно было девчонок на работу нанимать. Может, мы не дошли до какую этого? Какую работу? В нашем этом самом. Мы там бросили уже нашу работу, мы там не появлялись 15 лет. Ладно, пойдем девочку проведаем, чего ж. Чем мы домой шли, а где наш дом? Что, не знаешь, где ты живешь? А, еще я в магазин хочу сходить. Что это за магазин? Это что у нас, кроме биты, ничего нет? Синее здание, это, я так понимаю, сюжетное. Там наш дом, наш казино, это... Не казино, а как оно называется? О, какая большая аптека. Нужно лекарство. Экстремальный лимон. Витамин С. О, мне надо. Экстремальные лимонные палочки в гранулах теперь. Блин, Игорь, хочу лимонные палочки. Мне очень тебе понравится. Сделаны из настоящего имбиря. Тают во рту просто. Блин, сколько тут конфет разных. Хотя он говорит, кильку возьми. Кильку? Есть кильки. Дай Hard Max. Таурин. Непонятно, хилит оно или нет. Да лимон стопудово хиляет на Max. Стаминан. Charge up health and hit. Стаминан Рояль. Тауринер нам нужен, да? А нет, это хит дает. Таф нам нужен. Toughness Emperor. Вот, например, наш дом. А, это Грант, а не наш дом. Можно в Грант зайти. Есть чем заняться. Умеешь заходить? Не умею. Как же тяжело, да? Видимо, нет. Наверное, все-таки это просто сюжетное здание. Давай, Dream Machine. Ого, каракапудо. Так, а чё он там такой торчит? Ладно, не важно, поехали. Очень хорошо, Саша. Что там за квестик? Пан Сан, офис подельщика где-то тут. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите! Что это было? Похоже, мальчик влюбленный мальчик в беде. Бежим спасать. А, пожалуйста, отпустите! Не выйдет. Скажи мне настоящую причину, почему ты сюда пришел. Неправильный ответ и попрощай сейчас с пальцем. Пожалуйста, хватит, я не вру, я просто хотел ожерелье. Мне дали эту карточку и сказали прийти. Не может быть правда, место сверхсекретно. Нормальный покупатель ожерелья не мог найти. Но я правду говорю, помогите. Похоже, все пошло не туда. Эй, он ничего плохого не сделал, отпустите его, ну. Нани? Маджима-сан, кто вы? А, партнер этого парня. Это место сверхсекретно. Знаешь, секрет, не выходишь живым, извини, умирай. Подождите, один из вас парней сказал мне об этом в офисе. Никто здесь не продал бы нас. Нет предателей. Это обесчестивает нас. Умирай.
Меня куда-то улетело. Ну я и свинья. Не могу порвать гранат. Хватит музыку переключать. Что китайцы все с этими гитаганами ходят? Дешевый, наверное. Вау, как я умею теперь. Да блин. Опять вы проткнули Маджиму. Да дайте мне попробовать эту штуку-то. Оно же было раньше. А никогда меня атакуют, я должен игрок нажать, нет? Нет, подожди, не работает. Не делай ничем, я хочу кое-что попробовать. Ну да. Ну ладно. Рип. Вау, как ему больно. Бедный Маджима. Так это только в том стиле было? Нет, там явно вверху появлялось, только оно не всегда появлялось. Оно появляется только когда у них оружия, видимо, нет. Или что-то в этом роде. Там мы на этих китайцах и разберемся, как это работает. Прикольно. Мне начинает нравиться. То есть тебе не нравилось за это? Ну, мне не... меньше, чем Кири нравилось. Что такое сильное? Теперь дайте мне объясниться. Что тут происходит, ребята? Что случилось? А, босс! Что произошло? Объясняй. Босс, эти ребята пришли, сказали, что кто-то сказал им об офисе и пришли сюда. А, эти? Оу. Босс, никто не говорит секретное место офиса, мы никому не говорим, никому, они врут. Ну... Эй, старикан, не хочешь объяснить? Пан Сан забыл сказать ребятам, что вы придете. Ой, да ладно, блин. Как неловко получилось. Неудобно вышло. А потом я дал Ватим карту. А, вот что произошло, очень извините, Маджима-сан. Не за что извиняться. Очень хорошо, теперь все друг. Хороший конец, хорош. Сказал парень, который насрал в кровать. О. Выражение, видимо, такое. Значит, мы делать копию этого ожерелья и все? Да, сможете? Нет проблем, мы копируем оружие. Сложнее вещи, ожерелье легко. Не волнуйся, мы сделаем хорошую работу. Высшее качество. Хорошие новости, да? Спасибо большое. Окей. Мы делать прямо сейчас, не смотреть, как мы работать. Подождите снаружи. Хорошо. Ну чё, они же вежливо отмотали время назад и оживили его. Окей, закончить. Идеальное качество. О, вау. Хорошая работа. Вау, прям как настоящий. Уверен, что моя девушка будет очень счастлива. Вот и все. Теперь обещание Маджиме-сан закончить. Да. Мы в расчете. Ух, как я рад. Благодаря вашей помощи я смогу выполнить обещание девушки. Я прям вовремя успел к ее дню рождения. Отлично, иди давай. Хорошо, я побегу. Спасибо большое еще раз. Надо было отнести... А, не в пижамную секту отнесли, его там воскресили. Ну вот и все, но все же это ожерелье. Даже женщина же не поймет, что она поддельная. Нет проблема. Я уверен, никто не скажет, что она не настоящая. Секрет навсегда безопасности. Хорошо, надеюсь, ты прав. Пацан говорил, что все в порядке, но он тоже врет. Может врать. Посмотрим, как все это выйдет.
Ну, я пойду тоже. Спасибо. О, нет, нет проблем. Спасибо вам. Окей, пока-пока, Маджима-сан. Хрум-хрум. Бесит? О, вот уж наш любовничек. Что? Действительно даст ей фальшивое ожерелье. Днем рождения, вот твой подарок. Как я обещал, ожерелье в виде сердечка от Destiny. Вау, правда? Не могу поверить, какое красивое. Но безумно популярное. Должно быть сложно было его достать. Спасибо тебе большое. А, да, было довольно сложно. А. Должна признать, я беспокоилась. Магазины... Оно... Магазины не могут его достаточно завозить. Так что я боялся, что ты не сможешь его найти. Ну, ты знаешь, я потратил ночь в очереди, типа того. Всю ночь в очереди ради меня? Нет, но... Ну, что-то типа того. Правда, я так рада. У меня сейчас слезы из глаз потекут. Спасибо, я тебя так люблю. Это хорошо, я рад, что ты счастлива. Вот оно как. Похоже, он... Подделка сошла. А, ага. Что-то не так? Ого, похоже... Это... У него на лице видно моральную дилемму. Извини. Что, ты извиняешься? Должен тебе сказать, что произошло на самом деле. Воу-воу, только не говорите мне, что он... Это же ожерелье, на самом деле, оно поддельное. Почему ты это сказал? Извини, зачем? Ну, потому что его совесть не дает. Капец, извини. Совесть. Почему пытался меня обмануть? Это ужасно. Прости, пожалуйста. Ты дал мне поддельное ожерелье на мой день рождения. Я чувствую себя дурой за то, что была так счастлива. Да, вот это все пойдет просто в ад в корзиночке. Похоже, надо... Пришло время для трогания Маджимы. Ах. Там мужик страшный. Это задел. Выражение All going to hell in a hand basket. В игре про ад. Там есть катастрофа, который город надо строить. Там есть катастрофа. Прилетает рука с корзинкой, забирает все из ада и разбрасывает по раю. Смотри, какой страшный дядя исчез. Где, вон тот? А вот он заново пошел. А это который? Это Косимо здешний. Я и говорю, страшный извините, дядя люди. Сзади идет. Простите, Маджима-сан? Ты зачем все рассказал, а? Потому что когда я увидел, какая она была счастливая, я не мог сдержать вину. Было бы жаль, если бы кто-нибудь ее сейчас расстроил. Хотел йену, получил килограмм. Если у тебя комплекс вины, тебе не надо было с самого начала врать. Я знаю, мне жаль, я просто худший. Ладно, леди, подскажу вам. Это ожерелье поддельное, и ваш бойфренд... Обманщик, не могу винить вас в том, что вы расстроены. Но он хотел, чтобы вы были счастливы. Это правда. А? Он через большие проблемы прошел, чтобы получить эту подделку. Такие проблемы, о которых ты знать даже не хочешь. Он закончил в секретном офисе поддельщика со своей жизнью и пальцами в опасности. Да, он тот еще идиот. Конечно, пытаться подкинуть подделку – это тупая ошибка. Но он прошел через все это, чтобы увидеть, как ты улыбаешься. Это желание, это часть его, по крайней мере. Нет в нем ничего поддельного. А, Дима, почему тебя это волнует? Ты правда через это все прошел? Да, извини. Ах ты, бака. Как я... Ты мог быть таким тупым? Что если с тобой что-нибудь произошло бы? Что мне тогда делать? Извини. Как парень, у которого не хватает пальцев, сможет держать руку своей девушки? Пожалуйста, больше не ври. Будь со мной честным. Да, мне очень-очень жаль. В следующий раз, когда реальная вещь попадет в магазин, мы вместе купим. Не хочу, а? Не хочу другую, у меня это есть. Да не, одинаково выглядит, мне как жопу она разница. Достаточно настоящая для меня. Слушай, что она говорит. Она говорит тебе, что подделка, которую ее бойфренд достал ей, сияет ярче, чем настоящая. Почему ему нужен переводчик? Она настоящая леди, дурак. Будь с ней добр. Да, хорошо. Маджима-сан, спасибо за все, что сделали для меня, для Купидон, нас. Блин. Пожалуйста, возьмите это, секретный кошелечек. С тех пор я всегда буду быть честен со своей девушкой. Больше не буду врать, только говорить, что я чувствую на самом деле. Да, это к лучшему. Хорошо, спасибо большое. Пойдем, да. Поделка, которая сияет ярче, чем настоящая. Ха. Будьте счастливы вы двое. Благословил. Где мы? Что это за магазин? Как туда попасть? Или это еда?
А, это жральня. С огромным крабом. И бар. Ну, наверное, туда пока не... О, Weapon and Armor Shop. Вот куда я хочу. Клуб Венера, вау. Хочу туда. Блин, матины проблемы начинаются. Какие? Не могу ни в один дом зайти. Фейху! У нас яйца кончились! Ты должен был в магазин идти. Фейху, а, извини. Мне нужны эти яйца. Клиент остановил меня, чтобы чтобы поругаться, и я отвлекся. Ребята, кажется, заняты. Меня потом найти? А, Маджима-сан, как дела? Извините, что вам пришлось это видеть. А, Маджима-сан, здравствуйте. В общем, вернемся к яйцам, Фейху. Мне нужны эти яйца. Лучшая цена на рынке в соседнем городе. Ты прямо как Твитсон. Хорошо, я вернусь скоро с яйцами. А, и заодно поищи оборудование для Маджима-сана. Что? Но я никогда не делаю работу агента. Что хоть должен сделать Фейху? Мы рассказали вам об агентах, как охотники за сокровищами, но находят оборудование и части. Фейху, иди найди хорошие вещи для Маджимы-сана. Много денег получить. Это работа действительно столько денег зарабатывает? Что вы именно делаете? Это мы делаем, Маджимы-сан. Воу! Что? Это происходит? Мы сейчас по всему миру будем отправлять агентов. Да. Только мне ничего не нажимается, я ничего не понимаю. Она зависла, что ли? Нет. А. Окей. В Японию можно отправиться. И найти там летучую мышь, в смысле. Эту. Биту. Можем отправить туда Фейху. За яйцами его отправить. За 5 минут закончит. Можно добавить ему денег. Отправь его за яйцами. Куда ты его послал? Он по дороге яиц купит. Окей, реквест закончен. В следующий раз выбирайте агента и место направления. Не забудьте, что можно им доплатить. Дополнительные деньги мотивируют их. Лучшие вещи найдут и вернутся раньше. Ага, дать на лапу, чтобы лучше работали. Логично. Хорошо, удачи, Фейху. Спасибо, я постараюсь. Сообщу на ваш пейджер, когда вернусь. Чтобы... А у нас есть пейджер? Когда подберу то, что надо. Длинная хуа. Убедись, что закроешь дверь, когда я уйду. Я пошел. Мы отправили агента, чтобы увидеть, как долго. Ты пропустила, как мы пришли и отправили мужика за яйцами вместе с женой. Здравствуйте, Фейху еще не вернулся. Дура, дура. Подожди, я... Ну ладно, видимо, он сначала вернуться должен, прежде чем что-то крафтить. О, опять эта девочка. Вернулся, малыш? Я говорил, тебе опасно тут слоняться. Эй, дяденька. Как насчет переставать называть меня дяденькой? Теперь ты что тут слоняешься? Давай, говори, когда я задаю тебе вопрос. Я смотрю на синюю белочку орешка, блин. А, синюю теперь положил глаз. Ага, синий орешек супер милая. Как скажешь, так хочешь ее? Нет, вы мне одну уже достали, и я рада, что она у меня есть. Я же не жадная. У меня нет папы, поэтому моя мама все время работает. Она говорит, что у нее нет деньги на такие вещи. Так что я просто хотел на нее посмотреть. Тебе скоро надо идти домой. Не надо заставлять маму волноваться, ладно? Я знаю, я просто хотел на нее подольше посмотреть и идти домой. Каждая секунда, в которую ты тут бродишь, рискуешь очень многим, малыш. Чтобы ее держать в безопасности, лучше эту белку достать, когда я смогу. Давай я Лоле вытащу сраную белку. Без меня ничего не могут. Ай. Так, что надо? Синюю белку. Может, что получше? Она хочет синюю белку. Может, она хочет аксолотля? Нет, она хочет теперь синюю белку, потому что она супер милая. Она не милая ни разу.
Блин, что это было? Я ничего не поняла. Я тоже. Что? Разучился играть? А, надо было зажать кнопку, да. Я поняла, я забыла. А, так давно не вытаскивал игрушки? Да. И все равно справилась. Да, может, в следующий раз Аксолот и захочет. Как нефиг делать? Нефиг делать. Так сразу двух. Ну а чё, у меня деньги уже вплочены. Вот пусть жрёт нахуй. Пейджер. 6, 5, 8, 1, 0 был пейджер. И 29 получается дракон, тигр и оборудование. Наверное, что-то логично. Пришло. Тоже фей хуй вернулся. Интересно, что он нашел. Надо зайти в дракон тигра. Тора-дору. Проб, все еще смотришь на белку? А, да. У меня есть одна из семи белок. Дать ее или нет? Да хоть две дай. Да? Но тут небезопасно. Иди домой поскорее. Хорошо. Чё обижаешь Лолю? У неё пальто такое классное. Я её дразню просто. Купи мне такое же Вау, пальто. Найди себе такое пальто. Только я не знаю, когда я смогу вот в нём белка. Ходить. Видимо, дома буду в нём ходить. Ого, это синяя белка-орешек. Береги его. Белки, белок я не люблю. Правда? Не могу поверить. Все будут так завидовать, когда я в школе его покажу. Завидовать этой маленькой штучке. Да, другие ребята все время говорят, как им папа покупают куколы, они их друг другу показывают. Мне... Я, когда это происходит, не могу не в этом участвовать. Но теперь мне будет о чем поговорить. Рад за тебя, малыш. Но я тебе не папа. А, я не знаю, но ведь разве папа не покупает вещи детям? Полагаю, это зависит от разного, но это папская вещь, да. Я знала, значит, если бы у меня был папа, он был бы... Вроде вас, давайте, да? Давайте ее удочерим. А, что ты ее взяла? К ней мама прилагается, это не пойдет. А мы украдем ее. Потому что вы дали мне двух кукол. Ну да, но, видите? Вы выглядите достаточно старым, чтобы быть моим папой, так что вы для меня как папа. Сколько ей мне лет, по ее мнению. Хотела бы я, чтобы вы были моим настоящим папой, дяденька. Воу-воу-воу, ты знаешь, что так не работает? Ну, можно я просто вас буду папа называть? Что? Вы не хотите? Мои выборы дяденьки. Я могу выбрать дяденьку или папу, да? Мне ни то, ни другое не нравится. Но что же больше подойдет? Конечно, папа. Дяденька, позвольте пусть говорить, зовет папа, нас папочкой. Или наставить на Маджима-сан. Папочкой пусть нас зовет. Нас Зови посадят нас через 5 минут. Зови меня как хочешь. Мне насрать. Правда? Мне нравится папочка. У меня странные чувства на этот счет, малыш. Лучше тебе вернуться к маме. Хорошо, пока, пап. Береги себя по дороге домой. Смотри, как он рад. Он стал отцом. Вытащив игрушку из автомата. Так приятно делать людям приятно. Всем жена, смотрю, заведует. Ну еще бы. Привет, сестра-нятян. Сестра-нятян, ты пропустила, как Маджима Пощутил стал отцом. Старый квартал шопинга рядом с Сотосборе. Смог прокрасться в магазин, несмотря на подозрительные взгляды от посетителей. Какой крутой! В удачу мы верим. Совещания дошли до броска монетки. И отличный успех! Миссия прошла лучше, чем мы надеялись. Это была Орел и Решка? Он смог достать металлическую... биту. Можно получить эквипмент, рецепты, части. Неплохо, фейху, неплохо. Я не профессиональный агент, но в следующий раз мы одного из наших настоящих агентов пошлем. Я буду искать новых агентов и надеюсь я расширить нашу купил? Сеть. Ну, раз жена не ругается, значит купил. Посы коин, твою мать.
Да, мы достали Лоли белку и разрешили ей называть нас папочкой. Можешь представить, что чем ценнее оборудование, тем сложнее его достать. Ну да, понимаю. Если у тебя есть оружие 1 на миллион, не захочешь его продавать кому-нибудь агенту. В их случаях агенты могут привести на Z-рецепт с информацией о том, как создать реплику. Я тогда могу воссоздать. Но понадобятся вещи, так что нужны вещи. У нас есть запасные, можете взять бесплатно, вы удачливый человек. Сестра Нятян, любой бы так сделал на нашем месте. Ты бы тоже У нас был выбор, чтобы она назвала нас дядечкой, назвала нас папочкой, или заставить называть нас Маджима-сан. Так что у нас не было выбора. Ну, мы набрали всего. Мусора. Бесплатный мусор. Проклятые наручники. Кремень. Майнкрафт. Можете находить части в обычных магазинах, поищите в шуфу кучу. Приносите части, мы делаем оборудование. Приносите деньги, иначе мы не есть. Я могу скрафтить или продать вам оборудование, которое вы находили в прошлом. Просто рецепт нужен, иначе не считается. Понял. Я отправлю агентов, чтобы искать рецепты и части, а вы делаете охренительное оружие и защитные костюмы. Ну, что-то неплохо, надо сберечь побольше денег. Подождите, фейху, яйца, где яйца? Я же говорила. Извини, я был так занят с поиском оборудования, что забыл про яйца. Мне нужны эти яйца. Маджима-сан. Займет время приготовиться к новому поиску. Да, конечно. Я не тороплюсь. Я найду чем заняться и вернусь позже. Удачи с подготовкой. Здорово, Джон. Ого, привет, Джон. Ты такой красный. Мафия супер. Одна и другая. Нас изгнали из мафии и не взяли в другую мафию. То есть у нас они оба, по сути, не якудзы. Ладно, куда теперь сходим? Что здесь продаются? Такояки. Подожди, такояки в магазине? Джон, ты такую драму вчера пропустил. Так, такое было просто вообще. Так поменяй в настройках. Дружище, я собираю телефонные карточки. Ты их разбросал? Есть карточки, которые я мог бы увидеть? Я просто хочу посмотреть. Может, есть. Хочешь только посмотреть? Я собирал их раньше, но после того, как я вижу карту первый раз, теряю к ней интерес. О, как я тебя понимаю, чувак. Вот поэтому я просто люблю смотреть на чужие коллекции. Да, ты странный коллекционер, не так ли? Почему тебя не забросить это хобби? Не-не, я не могу сдаться. Не могу жить без того, чтобы смотреть на телефон, коллекции телефонных карт. Они нужны мне. Каждому свое, полагаю. У нас вчера Кирилл со своим братюней в лесу стал мужчинами. Хорошо. Я не против показать тебе свои карточки. А но, потом он угнал у него машину. Но не полные сеты меня не интересуют. Ага, только полные трехкарточные сеты. Есть трехкарточные сеты. Ну, знаешь, карточек есть А, Б и С. Это потому, что есть по три карточки на каждую девочку. Когда соберешь сет, иди и покажи. Да ты... Пики, чувак, да? Пики. Ну ладно, я заскочу и покажу тебе, когда у меня будет сет. Что это было сейчас? Там мы сейчас убили женщину. Написано хотите Кирю. Такаяки. Где было написано Кирю? Еще бы. А, это такаяки с собой. Сырные такаяки. Спасибо большое, наслаждайтесь. Где было написано Кирю? Когда ты разговаривал с мужиком. В смысле? С тем или с этим? Тем. Не знаю, о чем ты. Ну там вместо Маджима было написано Кирилл. Да? Да. Вау. Вот мусор. А, идти за компьютер. Я поняла, что это значит. Все. Ой, Иренушка, блин, извини. Каждый гребаный раз так. Так, а в этом магазинчике что есть? А, ну это, наверное, такой же стандартный, не хочу туда. Меняй качество, Джон. Что это за чертовщина? Не помню, что здесь статуя стояла. Отлично сделанная статуя. Что она в таком месте делает?
Прекрасные детали. Интересно, с чего они это делают? Ая! А, я слышу голоса. Пофиг, статуя, правда, выглядит такой естественной. Кажется, что не выглядит вообще как сделано из чего-то. Воу-воу-воу, мужик, ты чё, живой? Фу-фу, эй, дружище, щекотно же, не трогайте, пожалуйста. Думай о моем выступлении как о элитном стрип-клубе. Можно смотреть, но нельзя трогать. Трогать? Да, я уличный артист. Мое имя Такакичи. То, что я делаю, это перформанс. Я играю статую, как видите. Хорошо. Жалко, что вы не видели. Окей, я вижу, я понимаю, ты хорош. Я думал, ты на самом деле статуя, но почему ты это здесь делаешь? А, ты не знал? Это место просто священная земля для нас. Священная земля? Какого черта? Не черта, а бога, священная. Тут такой трафик большой, что у нас огромная аудиенция получается. И здешние обожают комедию. У меня одноклассник как-то был статуей. Так что они любят качество. Это мое счастливое место. Вау, правда? Да, коллаж. Зачем? Между прочим. Ну, деньги зарабатывал. Ого, охренеть. Его покрасили в золото. Не знаю, чем он занимался. Но благо, если так, то у моста есть преимущество. Значит, практикуешь свои выступления. Да, можно так описать. Вообще, я надеюсь стать уличной выступалой, который... вдохновляет детей мечтать. Я думаю, уличные выступления — это развлечение для всех, кто может им наслаждаться. От детей, которые только что научились говорить, до старших, которые забывают слова. Я хочу, чтобы люди улыбались. Великолепная мечта. Хорошо, хорошо. Ну, желаю тебе удачи, и я пойду. Извини, что беспокоил. А, нет, все в порядке, увидимся. Парень, который есть мечта, достоин того, чтобы мечтать. А почему? Надеюсь, он справится. Может... я зайду позже посмотреть, как у него дела. Что, уже можно зайти? Я статуя, мужик, не говори со статуей. Ну и чё, краска ж высохла уже. Побьём парня. Капец тебе. Я рисково живу, мы только что сойдулись, почти. Эй, ты, с повязкой, э? Давай деньги. Что, пытаешься с меня деньги отнять? Полагаю, известен стал. Ты известен? Может, твой автограф? Напиши мое имя на нем. Наоя Кавахаши. Значит, ты хвастаешься парням, похвастаешься парням дома, что встретил какую-то знаменитость, которую никогда не слышал. Да не смейся надо мной, ты не знаешь, кто я такой. Моя команда сильна в 25 тысяч человек, так что лучше покажи респект. Да, конечно, бро. Но если бы это было правдой, то твоя маленькая банда была бы по размеру как клан Тоя. Не поверю. Я не вру, у меня настоящая репутация дома. Хорошо, если ты так говоришь. Так почему же ты тут один? Остальные 24 999 человек. У них бензин закончился? Я одинокий волк, вот и все. Одинокий волк, у которого 25 тысяч друзей, чтобы погладить по головке, когда тебе становится одиноко. Что за вопросы вообще? Чего я здесь в городе, чтобы повеселиться. Он сам фиг наехал, но мне нужны деньги, понимаешь? Что, денег не взял? Зачем делать, если тут и так полно денег? Значит, ты малыш, который пришел в город, чтобы повеселиться, и избиваешь людей, чтобы получить деньги. Ты неправильного городского нашел, правда. Твой тур по Сатенборе закончен. Не хочешь давать мне деньги? Ну хорошо, давай подеремся. Я же сжал! Сейчас я тебя забагрыданчу. Только выпей что-нибудь. Так, что делают лимонные карамельки? Витамин С. 1,5 килограмма витамина С. Ты прям за раз 1,5 килограмма? А, это просто ХП, ну ладно. Просто ХП? Это не просто ХП, он тебя поднял иммунитет. Ты думаешь, он почему Маджима ходит и не простужается? Потому что он жрет витамин С. А он меня схватил! Да, кстати. Что? Дагер, Сакура, Сторм, ну, такое. Ого, из него деньги прям сыпятся. Угу.
А я думал, его только побеждаешь, и он тогда все отдает за раз. А убежать можно? Сомневаюсь. Иначе в этом нет никакого смысла. Имбиря сейчас сожрем. Вау. Окей. Ой, я забыл, что ты на меня бежишь. Ой, как больно-то. Пусти, пусти, мужик. Бедный Маджим, он такой маленький, худенький. Ему еда-то от Кирью не приехала. Приехала, но он не знает, где ее получить. Как грустно. В почтовом отделении пусть посмотрит. Фига он толстый такой. Ни хрена себе! Рип. Ну его реально побить вообще так-то, я смотрю. Там что, глаза нету? Господи боже, какой же он сильный. 23 ляма! Он все отнял! А ты думал, мы тут шутки шутим? Мы идем его искать. Где он? Кого искать? Его. Отнимать у него деньги. Серьезно? Да. Сначала надо пожрать. А, у меня денег нет, чтобы пожрать. Я знаю один способ. Какой? На рыбалку сходить. Точно. Выловить сумку с миллионом йен. А, точно, да. Не написано, сколько устанавливает. Так, как его найти теперь? Ни разу не потрясающе, так странно. Это да, тот уличный выступала. Что он делает? Подает домовые сигналы? Лучше подойти и посмотреть поближе. Йоу, такая куча. Хорошую толпу собрал. Да, было неплохо. Пытаешься как будто что-то мне сказать, что такое? Да, мне нужно в туалет. Как же он завещал. Мам, почему этот человек говорит со статуи? Чш, он просто немножко необычный. Так очень грубо на него смотреть. Тихо. Говорят, тебе люди думают, что я псих. Извини, но это ты говоришь со статуей. Чё ж меня ты позвал из-за своих проблем? Тут пицца рядом продается. Почему бы не сбегать в их туалет? Нет, я не могу. Тут мальчик смотрит. Если он увидит, что статуя неожиданно оживет, он травмируется на всю жизнь. Классно, он глазами разговаривает. Полагаю, это так. Я не хочу разбить мечты этого мальчика, но я хочу пописать. У меня глаза просто взлетают. Что ж мне делать? Игнорировать зов природы никогда не кончается хорошо. Да, Альфоний? Почему бы тебе просто не сбегать, пока никто не смотрит? Бегать, пока не смотрят? Точно! Что у меня плохое предчувствие. Мне жаль тебя просить. Бросай можешь деньги. Отвлечь этих людей? Жалко, ты не умеешь. Я не Кирью. Чтоб я сбегал. А, у тебя денег-то нет. Да, ты, естественно, я тебя компенсирую. О, отлично! Уверен, что ты справишься. Не знаю почему, но мне кажется. Но, пожалуйста, я быстро. Я травмирую больше людей здесь, чем мальчика. Что же делать? Хорошо, хорошо, я помогу. Да, хорошо, спасибо. Они все как статуи замерли. Ладно, как мне их привлечь внимание? Могу поднять голос. Заинтимидейте их оскорблениями. Заорать как банши. Заорать, смотрите, НЛО! Все варианты соблазнительные. Да. Давайте уфо. Давай уфо. Не самый креативный вариант. Но... Привет, Пикапик. Эй, что это? Здорово, Пикапик. Смотрите в воздухе, смотрите в небе. НЛО. А, НЛО, где? НЛО? Вот, твой шанс-то, Кокичи, беги. Да блин, беги, а не крадись, придурок, ну. О, черт, а там нет НЛО. Ладно, забей, статуя-то клевая.
А? Мне кажется, или она сдвинулась? По крайней мере, он немножко продвинулся. Что же дальше делать? Может, перформанс поможет? Загадать загадку. Один. Станцевать. Два. Спеть. Мы уже видели. Блин, опять все соблазнительное. Спеть песню. Три. Давай песенку. Песенку. Хорошо, время дебюта. Из синего моря принесу вам свою песню. Господи, он поет. То же, что в караоке. Ты морячка, я моряк. Они подождали, пока он допоет и повернуть. Ого, да ты храбрый, чтобы петь акапеллу при людях. Ты крут, чувак. Ой, я знаю эту песню. Это же Синдерелла. Твой шанс-то какие-то. Шевели задницей. Маджи, мой его воображаемый микрофон. Капелла, правда, не такая интересная, как статуя. Почему они все так угорают по этой статуе? Э? Дурак, ты не в ту сторону смотришь. А? Мама, статуя, сан развернулся. Ой, мне не показалось, а статуя двигается. Черт, его поймали, что теперь? Эй, одноглазный Вилли, ты раздражаешь. А? Прекрати свое отвратительное пение. Так что, критик, давайте надерем ему морду. Что стало не так, мужик? Думаешь, ты уличный айдору? Слушай, мужик, доверься мне, я пою не потому, что хочу. Да, да дерьмо собачье, я видел, как ты тут плясал. Ты наслаждался быть тупым. Я выбью из тебя все дерьмо за это. Все критики такие. Да. Отлично, надеюсь, из тебя денег нападает. Если у него не падают деньги. У него нет денег, он же критик. Бросил с моста просто. О, деньги, наконец-то. Я же не Кирю. Хоть пожрать можешь. А Кирю всех с моста сбрасывает? Ну, он бросается людьми. Ну, не с моста же. А знаешь, что Кирю бросает с людьми? Потому что Кирю кушает хорошо, а этот вообще ни хрена не кушает. То есть, поэтому он такой тощий. Он еще не открыл у себя обилку жрать, даже когда не голодный. Будешь мимо проходить, купи. Очень важная обилка. Так больно. Он его скинул с моста. Как мы и мечтали. Вот это да. Спасибо, Маджим. Как сюда попал? Извините, пожалуйста, отпустите. Бесхребетное чмо. Вау, круто. Что за... Вау, мужик, отлично выжило, дружище. Офигенно, дяденька. Вы как герой по телевизору. Вау, я не знаю, как я это сделал. Но все на меня смотрят. Давай это какие-то беги. Наконец-то. Вот он добрался до пиццерии. До фарфорового трона в пиццерии. Что? Статуя? Она исчезла? Исчезла, как это произошло? Мама, куда делась статуя, Сан? Он не мог сбежать, потому что он тоже смотрел. Не знаю, как странно. Правда, но, полагаю, он спиной стоял. Я на нее посмотрел бесплатно, так что я окей с этим. О нет, я же, у меня же встреча, мне надо бежать. Джон, мне кажется, идти. Что да. Да, но было весело. Вот и закончили. Если раздавить какой-нибудь орган, то точно пойдет. Мне кажется. Не уверен, что правда сразу. Он нам денег обещал, мужик. А, спаситель. Йоу. Добрался до унитаза? Да. Как ты хорошо всех отвлек. Я разобрался. Кризис предотвращен. Вот как рад слышать. Но должен сказать, что это не просто внимание людей удерживать. Это так. Люди думают, что легко удерживать внимание, но они не понимают, насколько сложно его удержать, когда получил. Ага. Вы развлекатели на улице, такие вообще ребята. Музыка для моих ушей. Когда я слышу такое признание, оно того стоит. Это немного, но вы возьмите в качестве благодарности. Стамина нравится. Ну, спасибо, мужик. Кстати говоря, у тебя настоящий талант для выступлений на улице, знаешь ли. Не знаю на этот счет. Не, правда. Ты выглядишь, как будто можешь удержать интерес людей. Твой перформанс – это просто украшение на торте, вишенка на торте. Было так круто, что я не мог отвернуться. Так вдохновило меня, что я аж забыл убегать.
Но эта драка не была перформансом. Это было потрясающе. Ты заставила меня понять, как мне еще расти и расти до тебя. Ты меня вдохновил работать над этим. Ну, спасибо тебе большое. Надеюсь, ты продолжишь оттачивать свои перформансы. Давай вместе приносить улыбки людям. Да я скажу тебе, что я не выступала. Не выступала. Ну, вот и убежала эта странная уточка. Но надо уважать его шуточки. Потому что он заставляет людей смеяться и приносит им радость. Быть развлекателем так же сложно, как любое другое занятие. Ах, трон развлекал. Маджима просто как будто пишет статьи в газете. Я не могу. В какой-то местной дешевой газете. Блин, он нам денег даст. Ну, нам придется обижать весь город. Так ты решила? Понятно, понятно. Но это неправильный ответ. Я не понимаю, что такое. Любовнички поссорились. Она так улыбается. Он любит любовничку просто. Он же Купидон. Так близко, но опять не то. Используй воображение. Ой, да ладно тебе, можем забить на это, но... Эй, вы что тут разорались? Вы, ребята, ужасно громкие перед магазином. Это бизнесу мешает. А, извините, да. Так рассказываете, чего вы подрались-то? Вот. Картинка, на которой ты нарисовал квадраты, тебя так вывела из себя. Какого черта? Это не картинка, это кроссворд. Кроссворд? Да, это головоломка с квадратным... с квадратной решеткой, в которой пишешь ответы на вопросы. Каждая буква должна подходить. С этой головоломкой, когда все заполнишь, некоторые буквы используются, чтобы где-то сделать другое слово. Где-то там сейчас тренировался пикапик, наверное. Вот оно как. Вот что значит модно в наши дни. Выглядит весело. Обычно да, но головоломка, которую Кокун сделал, слишком сложная. Кокун? А, это я Косуку. Моя девушка Шизуку. Здравствуйте, приятно познакомиться. Значит, вы делаете головоломки и заставляете друг друга их решать. Вам, наверное, развлечение. Не очень нравится. А, да, это правда, но... Блин, с меня хватит. Я не хочу больше работать над этой дурацкой головоломкой. Я рада, что ты для меня сделал, но могу я сдаться уже? Когда нет, не можешь! Когда принесла на стрим очередную ребус. Потому что ты не мой... Он там зашифровал «Я люблю тебя». Я тебе помогу найти ответы. Мы можем вместе решить. А, ты все веселье из этого убираешь, потому что такой напряженный Кокун. Я не хочу это делать. Нет, тебе надо, пожалуйста. Сказал, что не хочу. Извините, что вмешиваюсь. Можете развлекаться решением головоломок и ссорами, или чего угодно, но потише, ладно? А, да, извините. Простите, можно узнать ваше имя? А, Маджима. Маджима-сан, у меня огромная просьба для вас. Можно? Что? Выходи за меня, наверное. Маджима, выходи. Стоит за по-женски. Меня. Кашлянула по-женски. Воу, значит, когда она решит твою головоломку, это будет... Слово по-русски, да? Твое... Это... Там будет предложение для Шизуку-тян? Вау, креативное дерьмо. Тихо, Маджима-сан, потише. А, извини. Просто хочу сказать, что очень умно. Романтично, наверное. А, спасибо. Но я не рассчитывал, что она будет такой упрямой, что не сможет решить ничего. Да, тяжеловато. Да, и вот вы, Маджима-сан, можете помочь ей решить? Как, блин? А? Помочь решить? Почему мне это надо делать? Если я буду на нее нападать, она разозлится только и порвет ее. Пожалуйста, мое будущее зависит от этого. Можете помочь Шизуку-сан с головоломкой? Ты не мог как-нибудь более простецки ей признаться? Ну, конечно, давай. Хорошо, я помогу тебе. Раз она такая правда? Тупая. Вы мой герой. Хорошо, посмотрим. Значит, все, что мне надо сделать, это помочь девочке решить пазль, и все в порядке будет. Да, если вопросы правильно решить, то будет мое предложение появиться. Мне нужна ваша помощь, чтобы убедиться, что он справится. Понял. Предложение ну это вот, серьезно. Вот она не прошла тесты, спасибо, вместо того, понял, чтобы мудрость. Сдаться, он к Маджиме теперь подкатывает. Классно они его взяли, чтобы он помогал. Ты сделал этот кроссворд слишком сложно. Может, другим займемся? Не сдавайся так быстро. Когда его решишь, я тебе самого лучшего краба подарю, который у них есть. Игорич, подари мне лучшего краба. Я с удовольствием съела краба, но я не смогу это решить сама. Все в порядке, Маджима сам эксперт, он тебе поможет. Правда, Маджима сам? Да. Я как словодел в кроссвордной кузнице. О, правда? Это будет так круто. Кокун с ума сошел с этим кроссвордом. Так странно. Могу сказать, что могу его винить.
Все будущее зависит от этого, а? В общем, начнем головоломку. Давайте решим один по вертикали. Хорошо. Итак, что там один по вертикали? Какой вопрос? Посмотрим. Один по вертикали. Блюдо, которое делают, сварив и раздавив картофель. Часто подается соусом, который называется пустая картошка. Пустое — это куда ответ? Чё? О. Подожди, что такое соус? Это западный вид соусов, который делается из сока мяса приготовки. Ну, вы знаете, коричневый соус, который подают к стейкам и мясу, когда подают его в западном стиле. А, это фигня. Ты разбираешься в еде, Шизукутян? Да, но сваренное и раздавленное картофельное блюдо с соусом не могу себе представить. Количество квадратиков, похоже, что тут 6 букв. Хорошо, блюдо, которое надо сварить и раздавить картошечку. Мы с мать все время спорим, как оно называется. Пюре. Часто подается соусом. Называется. Твое слово какое-то деревенское, убогое. Как будто нормальное слово, это твое пюре унылое. А твое отвратительное. Давай, 1, 3. 1, 2, 3. Деревенщина. Mashed potatoes, hashed potatoes или mashed potatoes. Мне нравится первый вариант, это мое любимое слово. Мушт. Да, да, сестра Нятян, толчонка. Толчонка — это от слова толчок, блин. Иди к черту. Я пойду на свой трон толченый. Толченый трон. Не будем без Игоряча отвечать, поэтому пока себе чай налью. Не, я еще не пил. Ого, а я нет. Кажется, один пакет мы припом через тобой. Вот он мне парень. Ну вот поэтому я ее и не пью. Вот и я говорю, что за толчонка, блин, отвратительная. Это толчок какой-то. Тебя оставить? Не надо. И она, короче, не смогла решить этот кроссворд с такими вопросами. Наверное, она просто вписывала пюре, а там пюре не подходит, надо писать толчонка. А это не настоящее слово, поэтому она в замешательстве. Ну что, какой ответ? Копик сказал один. Больше никто ничего не сказал. Да нет. А, Нятян сказал мэшт. Тогда мы занятян. Толчонка же, да? А, точно! Пюре! Пюре не 6 букв. Толчонка тоже. Толчок 6 букв. А, звучит здорово. Кремовая такая картошечка со стейком. Маджима-сан, вы прекрасны. Да-да, Маджима-сан, вы давайте просто хорош. Давайте жениться на Маджиме. Зачем нам тупая баба? Да, полагаю, это ответ. Единственное место, которое подает пюрешечку, нельзя произнести. Почему, интересно? На это ты надеялся? Да, у тебя хорошо получается. Думаю, можно заполнить квадратики дальше, Шизукутян. Ага, хорошо, значит, пюрешечка, пюрешка, пюреха. Котлетка. Пюреха я написала. Отлично, давай следующее. Следующее. Самый популярный перекус в кинотеатрах. Лосось. Кукун даже тут подписал, что мы на последнем фильме его видели.
А, я не был в кинотеатрах годами, так что не знаю, что популярно. Странно, сложная подсказка. Согласна. Блин. Ну, если вы смотрели кино и ели, ты, наверное, помнишь, что это был Шизукутян? Я помню, что Кокун мне покупал что-то там, но что же это было? Ну, ты тупая, а? Спасибо, какой размер нужен, да уж. И тогда? А, значит, разных размеров бывает. Тут 7 клеток. Окей. 7 клеток. Снэк, который популярен в кинотеатрах, разного размера. Хот-доги, попкорн или лапшичка. Я за лапшичку. Я за лосось. Хочу. Нет, лосося. Вот в том-то и беда. А, у нас в холодильнике есть лосось, почему мы не едим, Игорь? Что, готовить надо? Его не надо готовить, надо готовить, его же надо накладывать на хлеб. Есть? А. А, этот? Да. А, это даже не считается. Поэтому мы его не едим? Ну, чатик молчит, поэтому. Лапша! А, лапша! Да, логично. А, что? Лапша идеальна, могу ее есть где угодно, правда. На самом деле, сейчас хочу лапши. Да, если это японка, то лапша — это национальное времяпрепровождение. Горячая и вкусная. 7 букв. То, что надо. Подожди, но... Давай, пиши, значит, что за кучан. Он настаивает. Ла-п-п-п-ш-а-а. Хорошо, пишу. Ла-ла-п-п-ш-а. Нет, неправильно. Нет? Слушай, лапша, это здорово. Но нельзя быть такой неправой. Че, плохо, да? Но ты сказал, лапша неправильно? Попкорн. Еда, которую можно найти в любом кинотеатре под солнцем. Блин, подыграйте. Помнишь, ты спросил... Помнишь, я спросил тебя, хочешь с маслом или нет? Ты правда забыла? Блин, они стоят друг друга. Один злой, другая глупая. Да, это был скучный фильм, так что я заснула там, ничего не помню. Ты даже правда? Не сожрала? Зачем мы тогда... А, просто напиши попкорн, ладно. Кокун. Ты в 10. Опусти на 5. Значит, если я пойду в кино, надо купить. Наши дни там продают попкорн. Звучит весело. Так серьезно задумался. Записала. Хорошо, давай следующее. Следующее. Телефон с веревочкой, которую можно куда угодно взять, называется пустой телефон. Это значит вставить. Офигеть. Слово. А, называется телефон, да. Я понял. Че, сейчас делают реально телефоны, которые можно в сумочку положить? Блин, какое крутое время живет. Век учись, Маджима. Похоже, это слово 8 букв. Телефон, который можно носить с собой. Мне нравится дискуссия на заднем плане. Я вроде видел где-то сумочный телефон, но он слишком коротко. Да? Я не знаю тоже. Телефон с веревочкой, который можно носить, называется телефон. Значит, 8 букв. Это и рюкзачный телефон, высокотехнологичный телефон, плечевой телефон. Давайте, 1, 2, 3. Мне нравится лицо Маджима, когда он думает. Ну чё, Игорь, надумал? Я жду, пока чатик из меня подумает. Хай-тек. Или бэкпак. Разве это не рюкзачный телефон? Рюкзачный телефон, понятно. Звучит портативно, точно. Эта что? Баба больше подходит Маджиме, чем тому мужику тут. Нет, просто Маджима больше подходит всем. Маджима всем подходит, да. В рюкзаках почти тоже есть веревочки, правда, Маджима-сан? Да, 2 целых. И как раз 8 букв. Я думаю, мы прям то, что надо, нашли. Подождите, но... Пиши, Шизукутян. Меня волнует очень, Маджима рюкзак. Хорошо, пишу, рюкзак. Нет, неправильно. Да? А, кстати, можно легко угадать, потому что он должен получить в итоге. Это неправильно. В подсказке написано, что одна веревочка, а не две. И зачем носить рюкзак на телефон на спине? Это же не армейское радио. А, наверное, ты прав. А, значит, это не рюкзак? Это плечо. Можно носить эти телефоны на плече. Конечно же, отсюда название.
Называется плечевой телефон. Да, впервые слышу. Значит, такое. Это значит просто не жила бы те времена темные. Просто пиши плечо, ладно? Ну ты на очень грубый куку, но хорошо. Телефонный, плечевой телефон, сумочный телефон. Зачем два названия? Писала. Хорошо, давай следующий. Маджима-сан, мы почти закончили. Последняя подсказка. Ха, ну давай, там сделаем. Там всего три вопроса? Хорошо. Я прочитаю. Используется, чтобы категоризировать лица людей. Человек с типичной японской внешностью называется лицо. Напротив называется соусное лицо. Что это за дерьмо? Тинейджерский сленг? Мне хана. Я думаю, что два пропуска это куда идет ответ. Должно быть два слова. Тут как раз 8 букв в общей сложности. Хорошо, значит противоположность соусного лица. Должно быть, значит, что это связано как-то со вкусом, наверное. Звучит логично. Если соусное лицо описывает лицо, которое все такое сморщенное и иностранное, то это должно быть что-то мягче. Хорошо. Значит, лицо японского парня и два слова. Пусть за 4, словом но лицо. Все равно, блин, это. Противоположность соусного. Это. Значит, я сейчас покажу, что мне это напоминает. Мисо-суп, соевый соус без соли. Мисо-суп лицо. Лицо без соли. Но я за третье. Что нам? Кроссворд. Кто так быстро нашла? Гуглом. Ага. Мем с соей. Ну, противоположность мем? Соусного лица, соевый соус как-то странно. Ой. Это же без соли? Без соли, да, логично. Без соли будет чистым и, полагаю, связано все-таки с соусом. Да что так, что тебе ничего не нравится, мужик? Когда я жарю яйцо, я использую щепотку соли. Не совсем получается без соли, но достаточно близко, да? А вы, Маджима-сан? Я свои яйца в соус макаю, так что ага. Без соли звучит противоположностью. Два слова, 8 букв. Отлично они подходит. Они нашли. Подожди, друг но... друга вообще. Сузуки-чан, пиши давай. Без соли, да? Хорошо, без соли. Но мисо-суп подходил к его идее, дурацкий. Нет, неправильно. А? Мы ответили правильно на один вопрос неправильно. Из четырех. Соль приправа, но вы говорите без соли. Как соли соус противоположный? Поезд логики покинул станцию, а вы, ребята, забыли на него зайти. Правда? Ой-ой, значит, ответ не без соли. Это соевый соус, реально соевый соус. Противоположность соусного... А, соус! Блин, а, ну да, соус. Соусного лица это соевого соуса лица. Господи, боже мой, ты девушка, ты должна это знать. Да? Извини. Пиши, соевый соус ответ. Хорошо, хорошо. Соевое... Лицо соевого соуса и соусное лицо. Блин, миллениалы. Записала. Посмотрим. Все, закончилось. Да, ура, мы справились. Подожди, подожди, еще не все. Осталось последнее. Видишь круги в пазле? Используй их, чтобы сформировать слово. А, хорошо. Посмотрим. Тут написано «давай попустим». «Давай пусто». Полагаю, что «пусто» — это слово, которое надо получить. Значит, 5 букв. Из мышц получается М и А, из попкорна получается Р, из плеча получается еще Р. Соус-соуса, буква Y. Давай напишем эти слова и прочитаем все. Давай поженимся. Кокун, что это? Что как это? Как я чувствую на твой счет? Я хотел сказать эти слова уже долгое время, но... Но передумал после того, как ты решил этот кроссворд. Думаю, может, засунуть их в кроссворд поможет мне, и поэтому так хотел, чтобы ты его решил, но сделал слишком сложно, прости. Кокун. То, что ты там читаешь, это то, что я тебе чувствую, Шизуку-тян. Это у тебя есть ответ. Хочет жениться на Брэнди. Пока ты это не скажешь. А? Окун, я хочу, чтобы ты смотрел мне в глаза и сказал. Извини, Шизуку-тян, ты женишься на мне? Да. Правда? Правда? Здорово! Yes! Как, что, сложно, что ли, было? Хотел бы я, чтобы ты просто сказал это, вместо того, чтобы меня заставили все это делать, придурок. Смотрите, Купидон Маджима еще одну пару соединил. Мне жаль. Я не думал, что тебе так сложно будет его решить. Да блин, ты вопросы там сел. Противоположность соусного лица. Это что, соевый соус? Я сделал это нарочно, знаешь ли. Хотел, чтобы ты это сказал.
Подожди, что? Это не важно. Поздравляю Косаку и Шизуку. Он так точно притворялся. Так они, может, рассчитывать, что он жить с ними будет потом. Маджима-сан, не могу вас достаточно благодарить, но, пожалуйста, живите с нами. Когда с тобой живет якудза и разбирается со своими проблемами. О, качественное железо. Ох, мой Маджима-сан, простите, что мой пазель был слишком сложный для вас. Мне жаль, что я вас в это втянул. Кинотеатры же лапшу едят, да? Эти вопросы были не в моем стиле. В следующем я точно справлюсь. Не думаю, что будет следующий. Мои кроссвордные дни закончились. С этих пор я буду свои чувства показывать. Буду говорить их словами. Окун. Ага. Ты... Не знаю, что это значит по-русски. А по-английски? Ну, сап это типа смола. Что значит? Это как прилагательное, я не знаю. Ты более клейкий, чем дерево. Более Окун. Смольный, как смольный. Дворец. Ну, хорошо, хорошо. Ну, мы пойдем, спасибо, Маджима-сан. Спасибо большое, мы будем счастливы вместе. Как она сказала сердечко? Она показала. Она не показала. Но они еще пустые руки дают друг другу. Да, не сомневаюсь. Так ей-то было несложно, она сразу разгадала, просто притворялась. Короче, у них отношения, как у ВКонтакте, все сложно. А вот Маджиме было сложно, поэтому они идеальная пара. Готов поспорить, что они вместе окажутся, чтобы я не оказались бы, чтобы я не сделал. Но он прав. Хочешь что-то сказать, говори своими словами. Слова могут провести тебя через самые тяжелые моменты в жизни. Даже когда тебе надо... Маджиме умер писатель, закрощить, я не могу. Закрощить ворды. И держи пятюню мозг. Маджиме, не обязательно делать вывод. Ладно, из всего пойдем. В твоей жизни. Он каламбур сделал. Это было. Видимо, сестра Нятян написала пидор, а потом Нятян разрешила это писать. Прикольно. Так, куда мы шли? Мы шли домой, к женщине. Эти, наверное, ждут. Мы никогда туда не дойдем, она там сдохнет с голоду, эта слепая баба. Я поближе познакомлюсь с оружием, Маджима-сан, научу тебя куками махать. Это не нужно, не надо быть гением, чтобы знать, за какой конец держаться. Считай это частью моих услуг. Будет обидно оставлять полную силу оружия и не давать тебе. Я просто хочу сказать, что у меня свой способ делать вещи. Но если хочешь, я тебя выслушаю. Я попрошу рекомендовать, чтобы ты наточил свои скиллы взбитой. Я тебе-то купил, блин. Так думаешь? Я думал, что бита встречает голову, это вся суть. Не-не-не-не, я есть чему научиться. Я думаю, что твоя техника окажется более смертельной, чем даже меч, если ты ее разработаешь. Смертельнее меча? Серьезно? Да. Бита и катана похожи по длине. Бита лучше, чем катана, потому что бита многоразовая, а катана всего 10 раз используешь и все. У меня на полочке что-то типа обезьяны в наушниках. И написано Drumkin Monkey или что-то такое. Чатик, у меня такие очень классные футболочки. Футболка. Жалко, что вы не можете на них смотреть, потому что я их не ношу. В следующий раз носи. Что ты в халате и в халате? Могу голая. Тогда не на Twitch. Нельзя голым на Twitch. Ого, Джон нашел наконец. Теперь он фиолетовый. Говорят, что бейсбольные игроки покупают катану и практикуются с ней, чтобы не терять фокус. Но, учитывая, что это другой класс оружия, вес бейсбольной биты обладает сильной деструктивной мощью. Поэтому мало отличается от ножа. У нас тепло. Да, это очевидно разные вещи, но принцип похож, да? Говорю тебе, это техника, которую можно... Техника владения битой невозможна без других оружий. Так что вот. Мне да, ты серьезно к этому относишься, раздеваться. Но бита есть бита, если меня спросишь. Просто мочишь ей людей. Это техника просто потрясающая. Я тебя научу новым скиллам, но хочу, чтобы ты сначала показал мне в ответ, как ты с битой управляешься. Покажу тебе все, что захочешь, но я не профессор.
у меня есть идея. Что такое? Когда научишь меня новым мувам с оружием, как насчет ты меня... Когда подерешься этим оружием, а я буду драться с битой. Будет сложно тебе новые техники выучить таким образом, я боюсь. Полагаю, проще будет начать с того, чтобы правильно позу выучить. Что, сделаешь из меня про бейсболиста? Будем играть в мяч? Мы тут не новички. Я естественным образом разбираюсь в оружии. Ты копик не хабилон. Понятно. Значит, этот метод тебе больше подойдет. Никто не профессор, кроме профессора. Хотел с тобой подраться еще раз, будет весело. Возможно, это настоящий мотив. Ну, я буду здесь, когда захочешь продолжить тренинг. Нет, не хочу. Я не за этим пришел. Правда, что нужно? О, да, детка, крафт эквипмент. Хочу что-нибудь сделать. Можно зонтик схреначить. У нас этих зонтиков. Нам что-то не хватает. Где написано, что надо для этого? Неизвестно что и неизвестно что, понятно. Класс. Можно трубу сделать из железа. Или дерево из дерева. Супер. Очень полезно. Ого, нож, бабочку можно сделать. Металлическую биту, вот что нам надо. У нас как раз целая куча свинцовых этих самых. Катана неизвестно из чего делается, но можно деревянную катану сделать. О, молоток. Отправь агентов куда-нибудь лучше. Сейчас отправим. Что-нибудь скрафтим. Сломанный шотган. Эти наколзы, короче. Костяшки. Вау, зажигалку хочу. Соль неизвестно, из чего делается. Из чего же делается соль? Деревянная тонфа. Нунчаки деревянные. Модифицированные пистолетики. О, журнал манги можно сделать. Из чего? Из железа? Нет, из пластика. Вау. Рубашечки тоже не из чего делать. Удобные подошвы нам не нужны, наверное. У нас есть. Блин, вообще все что угодно можно скрафтить. Это... А, у нас тоже есть. Ну... Крафтим. Equipment search. Отправить он агента. Же профессор, поэтому у него все это самое в шляпе находится. Ну куда отправим? В Россиюшку? В Восточную Европу? Да. Куда отправим его за яйцами? Конечно, в Россию. Группа, известная за свою жестокость. А вот что касается любовь интеллект, к ножам, то он, как известно, в груди. Ну блин, нельзя сюда не отправить. В русскую мафию. У нас денег нет. Блин, что ж я просрал все деньги-то? Ого, этот амулетик аж 4,5 ляма стоит. Дополнительную безопасность агентам обеспечивает, охренеть. Ладно, а починить что-нибудь можно? У нас что-то сломано? Я узнаю, ничего не сломано. У меня, говорит, есть кое-что, что нужно починить. На самом деле у меня ничего нет. Так это брат Симоза. Так интереснее. Брат Симоза. Замис? Замис. Не гарантирует помочь вам находить вещи проще, что бы это значило. Пойдем уже к бабе, ну. Да что вы картинки кидаете, как их смотреть? Мне было лень телефон доставать. Они просто разбираются, как что нажимать. Ну, пойдем к бабе. Она нам денег может дать. Бери велик и езжай. Зачем? Я пешочком. Кто там дышит? О, о, что за, что с этим странным мужиком? Эй, ты, тут не спят. Может, мы скоро? Давай, нужно? Иди.
Мне больно. Ничего, мы сейчас ему ритуал проведем. Мне больно. Шуре пипи. Этого парня что, избили? Ему так больно, что он даже говорить не может. Дадим ему лекарство. Что же мне ему отдать? Ну, давай. Блин. Давай тауринер. Все равно что? Вот, держи, выпей. Ты в порядке? Да, гораздо лучше себя чувствую, спасибо. Скажи, что произошло? Что-то навалялось, потому что я шел за мечтой. Ну вот, что за мечта? Моя мечта... отважно ходить по мосту Илао. О, конечно, великая мечта переходить мост. Объясняет, почему тебя побили насмерть. Нет! В смысле, да ладно? Минуту или две просто занимает пройти по мосту. Это не так просто. Почему? Все из-за стоюна, который я ношу. Ста чего? А, вы не знаете, что такое стоюн? Ужасно. Вы не идете в ногу со временем. Так не круто. Стоюн – это сокращение для стадионного куртки. Это куртка, которую носят атлеты на стадионах, чтобы им тепло было. За морем они называют их какие-то там жакеты, но здесь в Японии мы называем их стоюны. Круто. Но почему, блин, это не дает тебе переходить мост? Да, он стоюн это только стоит, поэтому он не может ходить в ней. Надеваешь такую куртку, поднимаешь воротник, и неожиданно все думают, что ты большой парень, большая шишка. Все панки бегут сразу ищут. Так вот почему за Маджимой все бегают. Может быть, если бы там не было написано «давай дерись со мной». Я пытался перейти 8 раз, но каждый раз... Как он увидел, что там написано, вот, блин? Так он же на полу валялся лицом вниз. Он разве лицом вниз не валялся? Не помню. Каждый раз бандиты приходят и избивают меня до того, как я перейду. Да, уникальная проблема. Но есть, наверное, другие парни, которые носят такие куртки. Их не сбивают. Да, не могу объяснить, но когда я это делаю, все просто меня нападают. Может, мое лицо людей бесит? Или это моя судьба? Судьба... Судьба, конечно, та еще задница. Но, ладно. По крайней мере, я понимаю, почему ты истекал на тротуаре. Да. Вот тебе новая идея. Почему бы тебе не снять куртку? Похоже, это проблема твоих бед. Но это... Весь фан уходит из этого. Я обожаю этот стоюн. Не представляете, сколько проблем я... преодолел, чтобы получить эту классную куртку. Хочу ее носить гордо. Это моя мечта. Но это свободная страна. Но готов поспорить, что тебя снова побьют, если ты в ней пойдешь. Да, это все усложняет. А, извините, очень грубо. Меня зовут Суда. Суда Тян. Моя Мадзима. Мадзима. Почему Суда Тян? Можно сказать, вы выглядите как мужчина, который умеет почему выходить тян? Из драк. Потому что он маленький и слабенький. Мы его вылечили. И выходить, не потеряв волоска. Ну, у меня также есть галстук. Ну да, я могу удержаться. Маджима-сан, извините, если звучит как нытик, но могли бы мне помочь исполнить мою мечту? А? В смысле? Я знаю, что это, возможно, я настаиваю слишком, но, может быть, сможете отогнать бандитов, когда я буду переходить? А, ты не шутил, но... Извините, но без помощи парня вроде вас моя мечта никогда не сбудется. Я буду всю жизнь жалеть. Пожалуйста, Маджима-сан, осуществите мою мечту. Конечно, мужик. Я помогу тебе. Правда? Правда? Я, в смысле, я знаю, что я спросил, но я не ожидал, что вы будете так добры, чтобы мне помочь ввязаться в драку. Да, история моей жизни. Но ты серьезно хочешь в стоюне? Серьезно говоришь, что в стоюн бандитов на тебя насылает, как моль на лампочку? Да, просто смотрите. Эй, ты, думаешь, ты такое горячее дерьмо в этой куртке? Чё-то хочешь начать, да, да? Видишь? Да, вижу. Не могу сказать, это твой стоюн или это ты всех агришь. Хорошо, я гордо пойду по мосту, пожалуйста, уберегите меня. Наслаждайся своей прогулкой, дружище. Эти панки заплатят троллю за пароход. Это музон.
Смотри, как он круто идет. Кто там на него еще нападает? Пикабик уронил телефон в рис. Очень по-пикапикски. Хорошо, что не в воду. Думал, что свалишь, да? Давай, готов? Какие модники, а? Чуваку врезали, а он даже не обернулся, ты видел? Блин, еще? И кузе, детки. Я не понимаю, где я. Блин, как сложно. Это тебе не Миракл Джонсона проводить. Я и с ним не справился. Он не якудза, он... И вот думаю, что из якудзы-то выгнали, потому что поняли, что он мать Тереза на самом деле. Ай-яй-яй-яй-яй. Не ожидал, что их так много будет. Не, все в порядке. Я был близок. В следующий раз, может. Ты настойчивый говнюк, да? Да, я готов пытаться сколько угодно, пока вы со мной, Маджими-сан. Все с такой готовностью отдают Маджими свою жизнь. Нет собак, повезло. Ой, сучечка, готова. Да что, вот так вот сразу, да? Что? Ну это вообще какой-то дурацкий стиль. Это, видимо, для пистолета все. Бесит, когда пытаешься выйти из туалета, а тебя там какой-то дебил запер. Кто ты ломишься запер? В дверь, она не открывается. Так бесит, ненавижу. Чего они все сразу набегают? В прошлый раз, первый раз такого не было. Да не, так же было. Просто ты их быстро успевал убивать, видимо. Да? Ну, возможно. Ты убил его. Как мухи на варенье. Что хуй делать? Нет, дружественный огонь не работает. За Кирию мы бы уже давно, мать его, уже давно замочила всех. Так может дело в этом? В чем? В том, что это была бы мать, а не ты. Вот этот конец комбайн в брейкдансе, он очень много времени занимает. Пока я его делаю, его убивают просто. Так не бей его в брейкдансе. Бей чем-нибудь еще. Да что ты жмешь-то, тупой Игоревич?
Бей всех палкой. Рекомендую палку. Палка супер. Хорошо. Палка это битый. Бежали скорчатик на стрим, это когда два человека приходят и все. Да, да, да. Сбежались как чатик на стрим покемонов скорее. Потому что ты медленный. Я не знаю, кому нужны покемоны, но почему-то на покемонов все сбегаются всегда. Хотя, по-моему, это невероятно скучно. Невероятно. А? Невероятно скучно. Легендарный Гарри Поттер, это который фильм? Как на стрим детей против волшебников. Вот тогда у нас, по-моему, рекорд был по посещаемости. Помнишь? Возможно. Это был кибергей? Еще. Было давно. Да я. Я вернусь еще, мужик. Мы исполним. Ты сдался? Ну я не понимаю, как драться. Мы тут всю жизнь просидим. Куда идешь? По квесту. Просто иди по карте. Блин, тут пройти-то можно вообще? Блин, и здесь драться. А чё ты не стал? Собачка нюхает, смотри. Ага. Чё-то не нашла. Стал карточку искать. Там карточка была? Ну да. Пропустил. Это мой любимый удар у него. Я не понимаю, как они столько ударов выдерживают. Они суровые байкеры. Ничего не понял, ну ладно. Знаете, что я недавно заметила, чатик? Что мне во сне обычно снятся локации, в которых я часто бываю, но которые пропускаю мимо мозга. Типа, прохожу их, не отметив, что я там была. И во сне у меня, видимо, мозг это обрабатывает. Это карточка цыкнула или нет? Нет, это была не карточка. Натян в ярости. Ее никто еще не разочаровывал, кроме Игоревича. На стриме этой игры. Спокойной ночи, Джон. Ну, типа, вот я иду по улице, а есть улица, по которой я так часто хожу, что уже не замечаю ее. Вот она мне снится. Во сне это так странно выглядит, как будто место, в котором я редко бываю. Но на самом деле я там часто бываю, просто не замечаю. Поем или бубен? Поем, конечно. Ну, тут просто мы эту песню уже пели, а бубен новая песня. Ну, давай тогда бубен. Lively или simple? Конечно, lively. Я не знаю, что это значит. Я тоже. Мы до сих пор лайвли всегда выбирали. Нишики! Блин, как там Нишки в лесу, я так волнуюсь за него. Everybody sing! Ему плохо? Ему хорошо, ты не понимаешь. У него маракасы, ему маракасы даже дали. Мешай женщине петь. Это ее работа. Чтоб я мешал ей петь. Сидит, орёт, блин. Hey,
Бэби-фейс. У собак есть, короче, понятие такое бэби-фейс. У всех есть. Что у собак это значит? Это когда у них короткая детская морда. Ну и у людей так же. У людей не знаю. Лицо погремушка. Снежки, конечно, смешнее всего было. Да, Снежки было лучше всего. Маджима просто пытается подавить в себе горе после того, как он не смог помочь чуваку достичь мечты. Он пьет и поет, чтобы забыть. Ужасно. Отрывается на полную. Так мы дойдем сегодня до сюжета, блин. За меня выпить надо. Зачем? Здорово, Бренни. Привет, Бренди. Пришла песню заказать этот туалет. Ну, у вас тут и планировка. О, Рождество. Ну, его, короче, год в Якудзе мучили. А он выжил и с тех пор стал матерью Терезой. Вот. Это же так работает? Что за звуки? Ужасные звуки. Женщина, пропустите. Ого, котик. Бренди пришла на заставке. Сидит. Не соврала. Сидишь? Где Лисан? Он в порядке? Он в порядке. Не тот парень, который умрет от пули или двух. Спросишь меня, этот палец, парень слишком в порядке. Его палец тоже. Ну, понятно. Нам же показывали, как рада. Они над ним издевались. Но он неплохо сохранился. Прямо как костюм Кирю, когда он по канализации бежал 2 часа. Значит, вы слышали все. Да. Но его показывали молодым раздетым. У него там татуировка. Тяжело тебе пришлось, блин. Полагаю, сейчас не лучше. Сидишь в занюханном подвале с парнем, которого отправили тебя убить. Ну, по крайней мере, похоже, что парень с татуировкой летучей мыши не тот, кто на тебя нацелился. Ли так сказал. Старым не уверен. Понятно. Как-то повода не было раздеваться. Извини, что всколыхнул плохие воспоминания. Это не совсем то, но я прошел через похожее дерьмо. Точно уж пытали. У меня всего один глаз, но я тоже был ослеплен. Меня заперли на долгое время в месте, в котором любой день мог быть моим последним. Ты сравнивал?
Возможно, рай по сравнению с тем, через что ты прошла. У меня к тому же один глаз остался. По сравнению с тобой я счастливчик. А, вот раздетый. Ну, он молодой опять же. Сейчас он старый. Ну, нет, он сказал, что старый. Дяденька. Извини, папа, не умею ее подбадривать. Слушай, извини, я тебя еще хуже заставил себя чувствовать. Точно, он на массаже был голос. А, да, кстати, точно, сестра Нитян. Слушай, вот что, ты голодна, а? Не ела ничего с прошлой ночи же, да? Все нормально. Опытными они были. Дурочка, ничего не нормально. Ты просто в депрессии, потому что желудок пустой. Лучше всего тебе поесть, и сразу все хорошо станет. М? Я тебе еду сейчас принесу. Что-нибудь хочешь? Такая яки тогда, наверное. Вот видишь, я знал, что ты голодна. Сейчас принесу. Посиди минутку, ладно? У нас разве нет с собой такаяки? Нет. Мы вроде покупали что-то только что. Такаяки нет. Что такаяки, покупали? По-моему, вообще можно только их жрать. Что же мы покупали? Не помню. Уф. Я думал, с профессиональными женщинами тяжело. Ладно, принесем еды. Она хотела такаяки. У меня есть с собой, но... А, и правда. Но я не хочу заставлять ее есть то, что остыло уже давно. По крайней мере, я могу и горячее, свежее такаяки принести. Да ты пока будешь к ней идти, блин, через весь город, заходя во все телефонные клубы, она что-то... Ты права, такаяки. Ты мне не верил. Ну, у нас Тянку не скоммунизили, пока мы ходили перед этим. А теперь скоммунизят. Не просто же так нас отправили за едой. Я думала, нас отправили за едой. Случайно правильную кнопку нажал. Вот бы специально так. Как? Нажимать правильную кнопку. А какая кнопка правильная? Ну, Игорь просто вовремя нажал. Типа до того, как меня ударить хотели. Спасибо, Маджима-сенсей. Где такаяки-то продаются? Написано. Брэнни поздоровалась с Маджимой. Да. Я вам карту показываю. Куда? Ну, ты хотела в этот магазинчик зайти. Какой? А. Что там происходит? Блин, сколько всего происходит в этом городе. Ужасно. Да ладно ты, ублюдок. Что такое? Иди к черту со своим налогом на продаже. Хочешь, чтобы платили налог каждый раз, когда что-то покупаем? Ах вы кровососы, вы весь город высосите, всю страну. Я понимаю, ваш гнев можно объяснить. Но это обязательное зло ради нации. Да в задницу себе засунь-то. Будешь платить налоги на свой костюмчик, который носишь, чертов бюрократ. Этот налог только для обычных людей. Да, вы, стервятники. Молодой человек что-то получает из-за налогов в башке. Похоже, мне повезло сегодня встретиться с сукиным сыном бюрократом, который пытается на нас налог, нам налоги ввести. Брэнни, и как раз на аллее. Загружалась у нас блокад-сцена. Мне не нравится ваш тон, сэр. Я представляю голос народа. Я здесь сказать тебе, что мы нахер просто злимся ужасно. Да, почему бы тебе не попробовать нашего общественного мнения? Тогда узнаешь, какая опрессия на вкус. Пожалуйста, успокойтесь. Насилие не ответ, не делайте этого. Ой-ой, сейчас перекипит.
Не моя проблема. Вот это единственная нужная обилка вообще. Эх, не хватило. Бери. Извините. Что? Ты не знаешь, что это таракан? Это говнюк, который карандаши жмет на бумагу, который придумал налог. Налог на продажи? Что, новости не смотришь? Новый налог, который они вводят в следующем году. Каждый раз, когда что-нибудь покупаешь, они с тебя 3% берут как налог. Это разве не идиотизм? Что? Это херня какая-то. Этот парень, этот мешок с говном, который ты придумал, это грабеж. Они вместе будут его бить. Ой, что-то я увлекся на секундочку. Слушайте, ребята, я понимаю, почему это вас злит, но избить этого парня не поможет уйти налогу. Да насрать. Государство нужно знать, что люди думают об их дерьмовых налогах. Прямым действием. Да, силу людям. Если вы не часть решения, то вы часть проблемы. Хочешь с этим москитом таскаться? Тогда мы покажем тебе силу масс. Значит, вы просто хотите пар спустить. Ну хорошо, посмотрим, до чего дойдем. Приготовься к революции, говнюк! Боже, бизнесмены. Хорошо, что все проблемы можно решить, помахав битой. Мне нравится бита, кстати. Это мой любимый режим у него. Потому что стоишь, лупишь и всех со всех сторон лупишь. Ну, со всех сторон их поворачиваться надо еще во все стороны. Не надо поворачиваться, просто всех стоишь, лупишь, это в брейкдансе. Случайно попадаешь. Брейкдансом я не пробовала. Вот только мне не нравится, как он их бьет, как в бейсболе, потому что очень медленно. Очень долго, да. Извините, я перестарался. Снова не повторится, яростный мужик. Ух. Общественная ярость быстро затихает. Спасибо, что вступились. Эти люди крови хотели. Я Тайо Мацузата. Тайо, как солнце пишется. Можно мне купить вам напиток в благодарность? Хорошее имя. Я Маджима. Не, не нужно благодарить. Не, я настаиваю. Похоже... Вышли за Такаяки, как обычно. С работой у тебя все в порядке. Ты политическая шишка большая. Ну, у меня нету большой силы, но я могу помочь управлять страной. Я пришел с Эттенбори, приехал на конференцию по налогам, но не был готов встретиться с обществом. Ты водишь танк, который называется правительство. Даже если будешь осторожен, люди будут злиться, когда ты по ней проезжаешь. Но ты пытаешься сделать эту страну лучшим местом, да? Надо гордиться этим. Вы так думаете? Я думаю, люди будут несчастны с новым налогом, но на логичном уровне. Когда я увидел, насколько они эмоциональны на этот счет, это меня просто расстраивает. Когда они узнают, что налоги это просто вершина айсберга, и что будет гораздо больше налогов, мне просто боюсь представить, что они делают. Что? Больше налогов на налоги? Да, еще ничего не решено, но мы думаем о том, чтобы более эффективные способы увеличения бюджета. На самом деле, на завтрашней конференции я буду говорить на некоторых предложениях. Вот как. Полагаю, учитывая, что все так хорошо зарабатывают в наши дни, нельзя винить государство в том, что оно тоже хочет руки в пирог запустить. Да, но как вы видели, нам нужно учитывать общественное мнение. Интересно, смогу ли я придумать налог, которым все смогут жить? Удачи с этим. Даже если они кидают деньги в огонь, никто не хочет, чтобы государство притянуло Эгила в свои руки. Да, вот здесь я и застрял. Я не нашел правильный баланс и немножко потерян. Ну, не могу сказать, что я понимаю, что ты пытаешься сделать, но убереги нашу страну ради нас, ладно? Я всегда живаю, когда мне интересно. Можете мне еще раз помочь? А? Еще одна толпа тебя хочет избить? Нет, не это. Хочу узнать, что вы думаете о налогах. Налогообложении. Что? Я знаю меньше, я ничего не знаю о налогах.
Так вы идеально, значит, видите ли, у меня просто есть идея. Возможно, все, кто ничего не знает о налогах, смогут предложить другую перспективу, думаешь? Пожалуйста, Маджима-сан, это не привлечение. Судьба страны на ваших плечах. Расскажите, да, посоветуйте мне с налогами что делать. Конечно, блин. А, ладно, выйдет. Поговорим о налогах. Спасибо, это будет бесценно. Но это не подходящее место. Пойдем куда-нибудь более подходящее место. Хорошо, веди нас в такие якочные. Такаякочные. Учти, что я ничего не знаю о налогах. Не ожидай многого от меня. Нет, это именно то, что мне надо. Я знаю, что будут уникальные вещи, я узнаю. Не связанные с типичными разговорами. Значит, надеешься найти золото в бронзовой шахте. Ну, просто чтобы убедиться, что вы не совсем в темноте, простой вопрос. Конечно, Маджима-сан, знаете, почему государство собирает налоги? Чтобы расстраивать людей, чтобы обеспечить публичные сервисы, чтобы собирать наши долги, чтобы людей расстраивать. Очевидно. Надо людей расстраивать, да? Рабы не очень полезны, если мы будем мертвы, но и жить хорошо нам нельзя. Надо, чтобы мы подчинялись. Маджима-сан, очень взгляд на жизнь. Зато реальный. Граждане не рабы. При капитализме-то... Налоги собираются для обеспечения публичных сервисов. Образование, медицина, полиция, пожарные, все такое платят из налогов. Они платят за сервисы, которые людям нужны, чтобы выжить. Так ты говоришь. И также служат другим целям. Чтобы собирать богатство национальное, но это не важно. Как я уже говорил, я много не знаю. Но вы заинтересованы, куда деваются ваши деньги? Да, хорошо знать о налогах. Да, я готов к уроку. Я сюда учиться пришел или играть? Ладно, сдвинем тему. Маджима-сан, если вы будете собирать налоги из людей, что вы обложите налогом? Взрослые развлечения нет, табак нет, Сато-сана, конечно. Почему не обложить налогами Сато-сана? Извините, Сато кого? Вот что я говорю. Обложить налогом всех, кого зовут Санёк. По всей Японии. Санёк очень частое имя, и будет их очень много. Готов спорить, можно грести много. Блин, Маджима, чему тебе в политику не пойти? Ну, это правда, что Санёк очень популярное имя в Японии, но собирать налоги с единственной фамилией, это будет не очень подойдет. Люди изменят свое имя, чтобы избежать этого налога. И представьте, какие... кто захочет на нем вообще жениться. Зачем вообще женщине жениться на Саньках с этих пор? Ненавижу Саньков. Точно, теперь мне прям жалко стало всех Саньков. Да, боюсь, придется наложить вето на налог на Саньков. О нет. Какой же еще потенциал есть? Что-нибудь связанное с ежедневной жизнью будет потенциал. Налог, связанный с ежедневной жизнью. Воздух на животных. На бензин, конечно. Как насчет поднять налог на бензин? А, на бензин. Почему нет? Люди с машинами, очевидно, живут там на верхушке. Почему бы с них не срезать немножко деньжат? Я согласен. Налог на бензин зависит от цены на нефть, так что люди часто встречаются со скачками. Они должны привыкнуть уже к нему. Тариф даже очень бла-бла-бла несет сложные вещи. Эй, ты что там забормотал? Плохо себя чувствуешь? Не-не-не, наоборот, фантастическая идея. Я определенно ее возьму. О, хорошо, приятно слышать. Маджима-сан, еще что-нибудь скажете про налоги? Еще что-нибудь? А, да, точно. Я вот думал о налоге, о котором все эти странные ребята на улице болтали. А? В следующем году будем платить 3% со всего, что покупаем, да? Да, вот так это работает. Но почему остановиться на 3? Можно, конечно, так, но можно же поднять. Это невозможно. Маджима-сан, видели, что случилось? Всего 3% вызвало такую ярость у людей, они меня разорвать поднимите хотели. Поднимите до 20, потом опустите до 10. Так и сделают. Чтобы брать больше, это будет революция просто. Не-не, Тайо-сан, не так думайте. Люди злятся, потому что вы им новую фигню предложили. И вам надо в черепашку сыграть. Надо думать про долгую игру. Знакомство – это опасная вещь, мой друг. Конечно, люди сейчас ноют об этом новом законе, но когда это станет частью их жизни, господи... Вы сегодня столько о жизни всего узнали! Это то, что мы за Маджиму сегодня играем. Они начнут ныть о чем-нибудь другом.
Вот почему вам надо потихонечку. Вот это когда вы потихонечку завертываете гайки. Каждый раз, когда вы их немножко завертываете, получите больше нытья. Но они не будут кричать «убийство», когда первый раз представите закон, представите налог. Знаете почему? Потому что они привыкли, что их государство их имеет. Блин, это как в России. Это как везде. Если что-нибудь, что они уже приняли, станет немножко хуже, это просто факт того, что жизнь такая. Так что, если хотите получить больше денег, надо планировать взвинтить этот налог по максимуму. Аджима-сан, зачем вы ему даете такие советы? И я думаю, вы очень пугающий. Вы вообще с этой планеты? Хочешь знать, я из будущего. Нет, не хочу. Тогда если налоги взвинтить, то насколько высоко? Насколько высоко? Начинает с 3%, дайте подумать. 50%. 50? Не слишком ли это? Нет сомнений. Подумаю, у меня же голова кружится от того, чтобы это думать. Что-то стоит 100 йен, будет стоить 150. Можно экономику всей страны остановить. Ну, даже 50% не совсем, вполне резонно. Думаю, хорошая идея понемножку поднимать налог. Может, если мы с 3 до 5 подождем немножко, а потом до 8 и, наконец... Хватит бормотать, Таятиан. А, извините, задумался. Маджима-сан, рад, что вы поговорили со мной. У вас полно идей на миллион. Да, рад, что я был полезен. Полезен даже не описывает это. Пожалуйста, возьмите это в благодарность. Супер. На тебе, мужик, немножко мусора. Окей. Я лучше пойду. Может быть, денег дать? В отель мне надо. Ах, мой мальчик, заставь страну гордиться тобой, ладно? Да, Маджима-сан. Буду работать по вашим советам, увидимся. Так себе советы. Ух, никогда не думал, что буду давать парню советы о том, как править страной. Таятиан разберется, я думаю, с налогами. Хорошо. Подожди, с налогами? Я только что, если налоги поднимутся, это будет моя вина? Ого, да нет, Маджима. Не может быть. Обгоревшая доска. Которой даже драться нельзя. Мы пойдем сегодня за такаяки? Да, пойдем купим такаяки. Или мы сейчас опять куда-нибудь свернем и все? Тимоз бы найти, блин. Зачем? Бить чтобы у него деньги обратно. Чтобы он нас еще раз избил. Рири Курибаяши. Типа, а. Фига машинка какая тут стоит. Как она сюда проехала-то? Чувак, намасте, я к тебе еще вернусь. Да, это ясен просто. А, понятно. Голый мужик. Нет, мужик. Ну, офигеть, ты мне дал дофига полезные советы. Вот тебе, мужик, доска. Я вытащил ее из своей штанины, которую я носил там все это время. Это государство, мать. Типично. Вот твоя зарплата. А, я в угол уперся. Это ветка. Да че он не бьет никого? О, пошла, поехала. А еще меня бесит, что у него... Что он лежачих не бьет, в отличие от Кирю. Просто не знаешь, куда жать. Ну, может быть. Кирю тоже. Может, не я просто бьет. Не прокачал. Кирю бьет, если у него хоть немножко этого есть хита. Удар в спину. Аниме про что? Про изоленту. Про это. Аниме про это. А, про якутс нет. Про этих, по крайней мере.
Но я смотрела одну комедию про якутов, очень смешная. Одна из самых смешных комедий, что я видела в последнее время. Горячие такаяки. Смотри, там сразу запретили все такаяки, кроме одного. Можно только одно купить. Держим, пока не остыло. Так быстрее будет. Фигеть, сохранись. Нет. Заставку посмотрим, сохранимся. Я не помню название. Чё, какое название? Чё ты говорила? Сейчас погуглю. Там, где девочка да. была инопланетная. О, тип Б. Еще тип С остался ее набрать. Нет, брони, надо про Мадзиму. Эй, принес тебе еды. Вот и аниме про Мадзиму. Спасибо. Успокоилась немножко? Да, но теперь есть хочу. Хороший знак. Люди — это машины, а еда — это горючее. Подожди немножко, сейчас тарелку принесу. Откуда вы? Приготовлю, видимо, подготовлю. Оно... А? Это что? Что случилось с вашим глазом? Ну, сказал, что потерял зрение в одном из глаз. Мне интересно, как это произошло. А, да. Ну, в моем случае это была рана. Скорее даже несчастный случай. Полностью уничтожен. Да, пик, я тоже в шоке. Не, у меня еще один есть все-таки. И работает нормально. Бедняжка. А? Ты чё, мне лучше, чем тебе, разве нет? Ну, у меня эмоциональная травма, значит, есть шанс, что я восстановлю его, так Лисан сказал. Вот как? Все еще надеешься, значит? Это хорошо. Но твой... Да я привык уже. Это мне не мешает. Бесит только, что испортил такое красивое лицо. Значит, ты красивый. Но у меня были подходящие друг другу глаза. Жалко, что не могу тебе показать. Да, очень жалко. Вот, приятно слышать смех. Вернулся. Подожди, у тебя наручные часы? Я тоже на них все смотрю. Да. Довольно странно для слепой девочки. Да, пожалуй. Но они миленькие, не? Он просто стесняется рядом с ней. К тому же он курит, чтобы на нее не дымить. Ну да, откуда же тебе знать? Да, очень странно. Но они играют музыку, как музыкальная шкатулка. Она так мило звучит, всегда заставляет меня улыбаться. Вау, прикольно. Прикольные часы. А, как она звучит? А, больше не играет. Часы сломаны. Это же не Юки? Да нет. Шутишь, что ли? Которая сестра Кирю. Ее же Юми звали. Юми, да. Некоторые вещи нельзя просто так выбросить, понимаешь? Даже если это бессмысленно для других людей, очень важно для тебя. Я потеряла свое зрение, потеряла чувство времени, часы сломают. Вот здесь. Они перестали играть. Да, я знаю, мне они больше не нужны. Но это воспоминание о том, когда моя жизнь все еще была нормальной. Если от нее избавлюсь, я как будто буду чувствовать, что я как будто никогда... Эй,
Но все же я бы хотел снова услышать, как они звенят. Играют. Понимаю. Если не можешь заставить себя выбросить их, оставь себя. Держись за них. До конца они принесут тебе удачу. Удачу принесут. Все такое. Ты прав, это глупо. Потому что я держусь за такие вещи, из-за этого не могу встретиться с реальностью. Эй. Да нормально все. Спасибо. Ты очень добр. Я очень благодарна. Да нифига. Если ты чувствуешь, что они тебе нужны, значит, они тебе нужны. Я в это верю. Да не, правда нормально. Я должна стать сильнее. Я стану сильнее. Давайте научим ее драться. Станешь сильнее, как сильный, как Кирио. Там станешь мужчиной в лесу, Снежки. Как там Нишки в лесу? Я так волнуюсь за него. Он спер их. А, у меня новости есть. Твой мальчик Ли сказал, что кое в чем разберется со своей стороны. Я сказал, чтобы он приходил сюда, когда закончит. Просто посидит до тех пор, ладно? Хорошо. Называется сувенир. Тихо скомсил и ушел. Ты уходишь? Да, мне пора на работу. Да, он всегда говорил, как осакский пират. Слышал имя Сагава раньше? Якудза в альянсе Оми. Нет, не знаю. Понял. Может, Сагава это делает только потому, что кто-то еще ему сказал. Но почему же за девушкой вроде тебя послали Якудзу? Этот Сагава вас блэкмейлил, вы это сделали? Шантажировал. Да, вроде того. Но я не невиновный. Убить тебя была цена за то, что он сделал эту услугу. Это он меня вернуть в клан Тоя. Клан Тоя? Тот же? Не стоит об этом беспокоиться. Значит, что произойдет, если вы мне позволите жить? Якудза придет и убьет вас? Брэйни. Все будет хорошо. Ли сказал, что у него есть план. Если это сработает, то мы оба выйдем живыми. Так здорово, что можно положиться на мужика, которого мы меньше суток назад встретили. Правда? Он же твой босс, да? Верь в него. В общем, я вернусь, когда работу закончу. Хорошо? Да. Закат. Может зайду в кабаре-клуб. Кабаре-клуб! Как сегодня в лесу свет был красивый, да? Да. Ну, в лесу не очень, по дороге в лес был красивый. Тут нет леса. А? Нет леса. Как нет леса? Пойдем. Только байкеры. В лес. А что если мы сделаем так? О, наверное, так можно, ну-ка. Наконец-то в кабаре, блин. Я так долго этого ждал, надеюсь, это будет здорово. А не отстойно. Какой же он акробат, а? Ах ты попал. Что ты бегаешь как дурачок? А, надо сначала на это самое, набрать хита, чтобы это делать. Понятно. Я учусь им за спины заходить. Но что-то бэкставить можно в этом режиме, я вдруг понял.
Сейчас бы вазами. Блэкстабить. Где кабаре? Слева. Да иду я, иду. Мы не дойдем. Чудо, что мы такаяки смогли купить. Не умирай, дружище, держись. Сейчас и этот пропадет. Голый мужик. Что он здесь делает? Стоит. Смотри, кто-то грудь подрисовал. Деньги, время хорошо потрачено. Массаж? Да, могу наслаждаться любым количеством девушек, так что беру покороче. Но девушка сейчас была просто особенная. Может, зарезервирую ее на долгую сессию в следующий раз. Ну и ты настойчивый, должен сказать. Ну что, есть информация о миленьких девушках? А, тоже ищешь? Да я не как ты, просто по работе спрашиваю. По работе. Может быть честным со мной, дружище? В смысле, да. Что сказать, девушек дай подумать. Я слышал слухи о том, что девушки оставляют сообщения в парке в публичном туалете в парке Ашитаба. Леди в туалете, моя девушка просто. Да, спасибо за совет. Если такая девушка будет сниматься в сексуальном видео, то моя мечта осуществится. Буду смотреть снова и снова, пока не затру кассету до дыр. Спасибо, мужик. Это была полезная беседа. Мы деньги не умеем бросать. Кто залетает? Мы даже не умеем забирать еду, которую нам Кирюша прислал. А он так старался. Там такой грабительский процент с него взяли. Чаченька так внимательно смотрит. Ну интересно же. Ах ты пидор. Извините. Я же жал. Ладно, попробуем в другом режиме набивать. Не, не так. ХП кончается. Я вижу. Сожри это каяки. Но он остыл уже. Ну и чё? Смотрит на шадовинг лица. Где мигает? Где моя карточка? Да внутри где-то, иди туда и пожри там где-нибудь. Знакомый парень. У нас денег. У нас такаяки только один, да? Иди пожри. Я не успею не добежать. Надо, не надо драться с Симозом, иди пожри. Надо. Кому боюсь, надо, что блин? Надо. В смысле? Надо было, конечно, сохраниться, но да ладно. Эй, дружище, у меня опять нет денег, я хочу в кабаре. Давай деньги сюда. Это мы хотим в кабаре вообще-то. Ага, так нельзя. Да блин, я к тебе за спину хотел зайти, ты придурок. Это что? Терминал Рояль, то что надо.
Уклоняйся, давай, Маджима, ну блин, ну ты... У тебя есть рак. Спасибо. Ура! А ты чё ждал? Что, я победю. Что я научусь доджиться. Доджиться я до сих пор не умею. Да, я жму ее. И пожри. Нам надо дождаться, пока он не заснет, короче, я понял. Ну, пойдем пожрем. И что будет, когда он заснет? А можно его грабить, пока он спит? Да? Да. Как туда попасть? О, карточка. В смысле нечестно? В этом городе это так работает. Но он же никогда не отнимает у тебя деньги, когда ты спишь. Ну и что? Вот и тебе ну нельзя. И не умеет просто деньги зарабатывать. Даже Маджима не так деньги зарабатывает. Маджима все деньги, ну. Чуть подешевле можно мне? Суп дня, например. Как еда? Очень вкусно, спасибо. Рад слышать, приходите еще. Как хорошо, что у него всегда достаточно денег, чтобы пожрать. Очень нереалистично. Потому что я кошелечек. Нереалистичная положил. Игра. У нас не хватало до этого денег, чтобы пожрать. Мы играем за богатея. Но ведь мы спим иногда. Будешь спать? Или до кабаре дойдем? До кабаре. Хотите отдохнуть, сэр? Не пожалеете. Меня зовут Йода, я здесь менеджер. Заходите, я вам на девочку номер один найду. Что скажете? Только у нас день. Блин. Саншайн. Не знал, что такое местечко есть в этой части города. У вас кабаре, что ли? Не-не, у нас кабаре-клуб. Кабаре-клуб. Ну, это идеально. Не был в таком еще. Тогда это идеальная возможность. Кабаре-клубы, это сейчас для них идеальное время, сэр. Кроме Ямагаты не рекомендует их без причины. Должно быть что-то есть, надо посмотреть. Хорошо, видите. Я же не супер мальчик, чтобы всех спасать. Не Кирюша. Ах, Кирюша. Но не забывайте про обещание девушки номер один. Как он там на угнанной машине? Весело у вас тут. Да уж. Микрокабаре. Блин, я был в более живых кладбищах, чем это. Ни одной души, кроме меня. Вот и мы, господин. Спасибо, что подождали. Мать Тереза. Наша девушка номер один, Юки Тян. Хорошенькая. Здравствуйте, я Юки. Приятно познакомиться. Да, мне тоже. Значит, для лучшей девочки клуба она средненькая. Профдеформация, блин. Да. Начнем с тоста в таком случае. Хорошо. Кампай. Вот и поговорили. Что это, она серьезно лучшая, что у них есть? Она у них единственная просто. Извините, я знаю, что я не совсем. Простите. А, нет, ты все в порядке, просто. Ты действительно здесь девушка номер один? Да. Технически. Видите ли, нас тут только трое работает, включая меня. Что? Всего три? Не слишком ли мало? Объясняет, почему это место дом для призраков. Да, было все в порядке в недавнее время, но с тех пор, как 5 звезд драку, открылось. Каждый день такой. 5 звезд это что? 5 звезд в Сотенборе.
Есть 5 кабаре-клубов в городе, которые выжимают всех остальных. 5 звезд люди называют владельцев этих клубов. Прямо как в том городе! Только лучше. Было куча кабаре-клубов в Сатенборе, но с тех пор, как эти 5 появились, все остальным приходится закрываться. Закрываться? Как так вышло? Эти клубы что, лучше остальных? Ну, их клубы очень популярны, так что никто с этим не поспорит. Но единственная причина в том, что они всех соперников душат. Вот как? Что еще? Ну, короче говоря, харассмент. Харассмент? Схватит меня харассмента с вас, а? Звоните нам, приходите днем и ночью, устраиваете сцену во время работы, чтобы наших гостей выселить. Хватит с меня. Если вы победите меня в честном соревновании, я приму поражение, но это просто грязно. Хе-хе-хе, следи за языком. Где доказательства того, что мы вас харасим? Нет у вас такого. У него костюм дерьмовый, хочу против него играть. Что это за веселье? Это один из 5 звезд, о которых я говорила. А, этот парень. Да, верьте или нет, он один из звезд. Его зовут Хина, владелец клуба Марс. Марса монополия на посетителей в этой части города. Мы его последний соперник, так что он на нас давит. Может, нет доказательств, но вы, ребята, опускаетесь так низко. Если мы закроемся, единственные кабаре-клубы, которые останутся в Сатенборе, будете вы, 5 звезд. Этого вы хотите? Получить монополию? Удивлен, что ты до этого додумался. Хорошо, тогда все будет проще. Закрывай этот тараканий мотель и выбирайся. И убирайся. У него такие щечки. Наел. Прими это сейчас, и я заплачу тебе деньги за твои проблемы. Чего у него такой безвкусный костюм? Но если продолжишь, будут совсем другие условия. Потому что у него вкуса нет. Ну честно, я предлагаю заплатить деньги за мусор, ну, кучу вроде этой. Благодари меня давай. Убирайся. Как часто работающие мужчины и женщины оказывались под вами стервятниками? Вы просто банда низких булей, низких хулиганов, и я не позволю вам захватить Сатенбори. Полагаю, что это человек, который когда-то популярный Саншайн управлял. Да, тяжелый, крепкий орешек. Крепче, чем другие клубы. Хорошо. Закончим на этом на сегодня. Но я жду ответа на следующем, при следующем посещении. Вы получили мой ответ, и он не изменится. И не приходите больше. Вы упрямый. Но не будем грубить, ладно? Я зайду снова, соседушка. Соседушка, правильно. Соседушка, куда сойду? А, точно. Хотел спросить насчет вашей дочери. Живет в Токио, да? Должен сказать, я удивлен, какая она красивая. Вот же говнюк. Родителям бы, все время, наверное, волнуетесь. Такая хорошенькая маленькая девочка. Только подумать, что ей может быть больно. Наверное, ночью не спите. Что вы собираетесь с ней сделать? Что? Я? Ничего. Но это не значит, что нет никого, кто повредит ребенку. Пугающие времена живем, знаете ли. Будьте осторожны. Увидимся. А черт, что же мне делать? Господин начальник. Что же мне я могу сделать вообще? Похоже, у вас проблемы, начальник. О, господин, простите, что вы это увидели. Да не волнуйтесь. В смысле, в чем проблема этого парня? 5 звезд, да? Чем вам клуб не уходил ваш? 5 звезд хотят монополию устроить в кабарек. Да мы это уже поняли. Что всех выселить из бизнеса. Кабарек-клубы, новенькая индустрия, в ней много движухи. В определенный момент Сатенбори был полон их, и это был здоровый, компетитивный рынок. Но потом пришли звезды,
со своей тактикой. Стали скупать чужих девочек, харасить людей, нанимать бандитов, чтобы использовать насилие. В общем, они всех раздавили. А теперь единственные кабаре-клубы, которые остались, это 5, которые они контролируют. Понятно. Понимаю теперь, почему они пытаются проглотить последний кусок, чтобы завершить монополию. Чего я не понимаю, это почему они настолько отчаянно хотят получить контроль над Сетенборе. Не могу говорить, что знаю их планы, но, судя по слухам, они планируют использовать свои кабаре-клубы и их монополию, чтобы уничтожить полные кабаре. Уничтожить кабаре? Да, даже с подъемом кабаре-клубов, большие кабаре вроде Гранда все еще контролируют большую часть денег в ночной жизни. Они хотят уничтожить эти кабаре и утвердиться в деньгах, влиянии и сеть все себе захватить. И похоже, что получить монополию на новенькое кабаре-клубы, это им необходимо, чтобы победить кабаре. О, теперь понял. Если они смогут победить кабаре-клубы и кабаре, то тогда у них будет контроль над всем городом. Именно. Но это нечестно, что клубы вроде наших должны страдать из-за их амбиций. Я скорее стекло проглачу, чем отдам им. Но должен признать, что их постоянное давление и харассмент очень вредит нашему бизнесу. Просто посмотрите вокруг, жалко выглядит, да? Но буду врать, если скажу, что это не печально. Можете поверить, мы недавно были во главе всех. Второй по популярности клуб был. Потом они начали проблемы делать нашему клубу. После серии инцидентов мы потеряли наших клиентов, и большинство девушек наших разобрали. Так клуб не сможет долго оставаться открытым, чтобы я не делал. Возможно, принять их предложение — единственный правильный путь. У меня кровь кипит от того, чтобы думать, что эти бандиты получат то, что хотят, но может быть такова реальность. Мне плевать, что будет с городом, но мысль о том, что эти уроды будут делать, что захотят, меня бесит. К тому же, если я им позволю, будут проблемы у Гранда, в конце концов. Это значит, проблемы даже пока я там. Я чуть не заснула, пока не дискутировали. А мне интересно. Мне интересно и про этот кабаре-клуб бизнес. Может, попробую узнать побольше, помочь. Хорошо, понял, босс. Я вам помогу. Что? Вообще-то, это кабаре, которое интересует эти звездам, Град. Я им заведую. Что? Менеджер Гранда? Это кто-то, о котором все говорят, что он гений, это вы? Не знаю насчет гения, но да. Это в моих интересах не позволить этим парням построить больше своей империи. К тому же, они все явные говнюки. Так что насчет того, чтобы мы с тобой этим местом занялись и сражались с ними? Вы правда это сделаете? Могу поверить, что меньше Гранда будет тратить свое время на пустой маленький клуб вроде нашего. Эй, нам всем надо помогать друг другу в тяжелые времена, да? К тому же я заинтересован в том, чтобы узнать больше про эти кабаре-клубы. Это учеба для меня будет. Спасибо большое, господин. Ой, пожалуй, мы не представились. Меня зовут Маджима. Давай набросим говна на вентилятор. Маджима-сан, понял. Ну, я ваш вас долгу, господин. Ты чё жрёшь? Гранат небудь сожрал? Сто пудов. И писать хочешь, наверное. А? Это значит задний двор? Да, здесь персонал отдыхает. Я здесь все организовываю, разбираюсь с девочками, все такое. Кстати говоря, может быть, вы станете менеджером Маджима Санджи? Вы не против? Что? Менеджером? Просто вот так вот? Да, у вас есть опыт, и я боюсь, что Саншайн не сможет достигнуть потенциала подо мной. Я дам вам полную власть. Конечно, я все еще буду вас поддерживать, как смогу. Что скажете? Ну хорошо, если вы серьезны на этот счет, я тоже буду серьезен. Предоставьте это мне. Спасибо большое. Я в вашем распоряжении, менеджер Мадзима. Довольно странно это от тебя слышать. Теперь, если вы не против, я хочу перейти к объяснению того, как заведовать кабаре-клубом. Очень много надо рассказать. Я знаю, что вы занятой человек. Скажите, когда будете готовы. Понял. Теперь у него два кабаре. В
Пойдем сейвиться. А, вот тут можно засейвиться. Теперь у него кабаре и кабаре-клуб. В следующий раз узнаем, каково это в кабаре-клубе. А то Маджима не знал. Всю ночь буду тренироваться драться. Надеюсь, мы засейвились. Засейвился. Ура, спокойной ночи, чатик. Thank you.